Привет, зритель! Сегодня необычная сборка. Необычная не в техническом плане, а необычная по некоторым причинам. Самая первая причина в том, что я впервые собираю в начале 11 вечера и пишу это на камеру. Я вообще планировал записывать это видео двумя кусками во вторник вечером, в четверг вечером, не так сильно вечером, чуть пораньше. Но звезды так сошлись, блин, что вот, видимо, сегодня. Во-первых, вовремя привезли все железо, что происходит, но в половине случаев. В половине случаев вовремя, в половине случаев не вовремя. Во-вторых, как так вышло, что девчулька у меня уехала к сестре, давно они не виделись, решили встретиться. Я остался один. Вот этот комп, который я на самом деле планировал собрать сегодня, будет теперь... Он мне нужно его сдавать только в четверг, и, собственно, я решил, что сегодня понедельник, какое число? 27-е. 27 января, понедельник, 2020 год, и, собственно, я подумал, что еще есть пара дней, а вот это вот дело должно уехать в пятницу с транспортной компанией. И, в общем, тут все сейчас... В общем, давайте так. Я сложно, знаете, разбалтываюсь. Всегда сложно разбалтываюсь. Сейчас я разойдусь в процессе. А пока давайте, знаете как, пробежимся по железу, чтобы вас не томить. И чтобы хронометраж было чем закрыть мне, да, какими-то историями и прочим. Потому что, как вы видите, вот у меня рендерится видос, который я не так давно писал. И я не успел снова накопить маны для нового видео. То есть я не знаю, что вам рассказывать. Прошло там буквально неделя, за которую я тупо как робот собирал компы. И которые сборки были, ну, скажем, не очень интересные. Все интересное я рассказал в предыдущем видео, то, которое рендерится сейчас, и оно уже будет на канале в тот момент, когда вы будете смотреть этот ролик. Поэтому... Мне нужно, знаете, меня разболтаться, и давайте в процессе сборки я потихоньку разболтаюсь. Кто смотрит меня впервые, а также для ребят, которые будут смотреть это видео на стриме, все вы увидите, либо уже все знаете из описания к ролику, либо я вам расскажу в процессе сборки. Не спешите, не торопитесь, вы не на том канале, где торопятся. Я сделаю все очень медленно, даже сильно медленнее, чем просто медленно. Готовьтесь к долгой сборке. Я лично к ней вот потихонечку готовлюсь. Так вот, чтобы долго не томить, да, и кто смотрит меня впервые, кто смотрит меня на стриме, внизу под видео я обязательно оставлю тайм-коды во время монтажа, где какие-то ключевые моменты обозначу, вы можете переключаться по этим тайм-кодам, чтобы не смотреть всю мою болтовню, потому что болтаю я много, иногда некоторые вещи я делаю очень быстро, некоторые вещи очень медленно. Ну, собственно, я, как и люблю это говорить, вхожу в некий такой рабочий транс, в котором нахожусь в процессе всей сборки компьютера. Не думаю, что эта сборка будет исключением, пусть даже она вечерняя. Я буквально полчаса назад из рук убрал джойстик вон тот от PlayStation, я наконец-то сегодня смог поиграть в God of War, потому что я ждал железа для сборки, которую, как я думал, я буду собирать сегодня, но, повторяюсь, звезды так сложились, что сегодня я буду собирать именно эту сборку. У меня будет время ее хорошенько протестировать, потому что поедет она в другой город, я нахожусь в Москве, заказчик в другом городе, я не буду говорить где, потому что, возможно, эта информация закрытая, которую мой нынешний клиент, который тоже является блогером, на Ютубе, может быть, он не хочет ее как-то разглашать и так далее. Хотя человек вроде бы лицо не прячет и не похож на того, знаете, вот этих странных блогеров, которых я, ну, не то чтобы не уважаю, а странно как-то к ним отношусь. Или даже, не знаю, не то чтобы странно отношусь, а не понимаю их. То есть, зачем прятать лицо, да? Ну, то есть, ты же не делаешь ничего противозаконного. Либо, если ты прячешь лицо, то, наверное, тебе есть что скрывать, да? Поэтому к людям, которые прячут лица, я отношусь, ну, скажем, настороженно. А вот, видите, потихоньку уже начал разговаривать сам с собой, ну, точнее, с вами. Ну что ж, давайте я вам расскажу сначала техническую сторону сборки, а потом в процессе расскажу, как эта сборка вообще появилась на этом столе, что с ней произошло и, собственно, какова вся эта история. Поехали! В качестве материнки мы будем использовать Asus Prime Z390P, хорошая, мощная, средненькая такая, знаете, материночка, у которой есть все для сборки не с Addressable RGB, потому что Addressable RGB коннектора, насколько я помню, на ней, по-моему, нет. Вот я вижу по картинке, есть, по-моему, просто 12-вольтовый RGB.
Во всем остальном она великолепно справляется. Я ставил на нее 9700K, 9700KF, 9600K, ну то есть порядка 5, да даже не порядка, а ровно 5 материнок. Вот я как сейчас помню, я их прям тогда оптом и купил. Через мои руки прошли. Это уже получается 6-я. Все 5 работают безупречно, претензий у меня к ним нет. Зона VRM на достойном уровне, она не греется даже, по-моему, до 80 градусов при Prime 95 с 8-ядерником. В общем, плата чувствует себя прекрасно, память гонит при желании, и вообще никаких у меня к ней нареканий нет. Ну и как вы видите, здесь мы такую собрали Asus-сборку, потому что видеокарточка у нас тоже от Asus. Это тоже хорошая такая мощная 2060 Super. Она, конечно, дороже, чем всякие там Colorful, Zotac'и, да, двухвертушечные или простенькие гигабайты Windforce'ы. Но немного дешевле, чем та же Strix-линейка от тех же Asus'ов. Поэтому я могу сказать, что это такой мощный золотой средняк. Причем я вот с таким же точно охлаждением ставил 2080 Super, и она была холодная. Я не знаю, кто-то даже у меня в чате, что ли, в Телеграме сказал, типа, Вов, а дуалы асусовские, они типа греются. Как по мне, она была холоднее, чем некоторые трехвертушечные видеокарты аналогичные, которые я ставил. Да, я их не гнал, как вы знаете, я, когда отдаю проекты заказчикам, стараюсь не гнать железо, во-первых, потому что стабильность важнее, на мой взгляд, чем все вот эти вот «получи там 1% прироста», да, но увеличить температуру на 30%, я считаю, это полная ерунда. Я, конечно, сейчас немного сутрировал, какой-нибудь оверклокер говорит, а опять Пантелей чушь несет. Да, я утрирую, естественно, это будет не 1% прироста, но давайте смотреть правде в глаза. Как правило, примерно 10% прироста достигается увеличением теплообмена, да, ну, назовем это теплообменом, сколько ватт мы потребляем, примерно столько же там мы ватты отдаем за минимальной какой-то погрешностью. Соответственно, да, чтобы увеличить на 10%, как правило, на 30% больше нужно тепла вывести, отвести от устройства, ну и, соответственно, потребить из розетки, из блока питания по мощности ватт. И я лично не считаю вот на таком вот железе разгон вообще каким-то целесообразным. Тем более, опять же, все зависит от задач. Первостепенная задача нашей сегодняшней сборки – это качественный стрим. К этому мы с вами, ребята, вернемся. Процессор сегодня Intel 97KF. И на его месте мог бы быть 2700X, либо какой-нибудь 3800X, но тоже потом узнаете почему, я все вам потихоньку расскажу. В качестве комплекта оперативной памяти у нас выступает Crucial Ballistics на микронах EDI с маркировкой AES, вот она, AEST, это Crucial Ballistics Sport, так называемые модули, топовая на сегодняшний момент память. Аналогичный модуль, ну правда двухранговый, точнее нет, этот двухранговый, аналогичный одноранговый модуль, администратор моего телеграм-чата разогнал вот тоже на аналогичном железе до 3733, как он утверждает, со 100% стабильностью. У него не было много времени, чтобы протестировать, но все тесты, память на этой частоте прошла. По паспорту она была тоже 3200, но кто знает, микрон EDI не бывают 3015, либо 3200C16, это абсолютно одинаковые чипы памяти. В данном случае у нас 16-гиговые модули, две штуки, двухканальный, соответственно, режим у нас будет оперативной памяти и на чипсете Z390, на процессоре 9700KF, поэтому у нас два модуля еще можно будет в будущем докупить при желании, потому что человек определенно занимается сложными вещами. Как там было, векторная алгебра, да, и прочие штуки, то есть какие-то вычисления, грубо говоря, как мне кажется, там нагрузка сродни 3D Max, очень серьезному рендеру в 3D Max, например, либо в каком-нибудь Unity Engine, по-моему, да, он называется, движок, где вы создаете игру. То есть, как мне кажется, вот насколько я познакомился с его каналом и насколько я вообще далек от той темы, чем занимается будущий владелец этого компьютера, я примерно, просто на логическом каком-то уровне. Сэр, уберите руки от клавиатуры, вам больше нельзя оперировать логикой, есть у нас такой стикер в чате. Так вот, значит, просто логически подумав, я предполагаю, что нагрузка идет такая же, как в серьезных проектах 3D Max. А вот это железо, я вас уверяю, справится как с любой игрушкой в сегодняшний момент Full HD, так и, собственно, со сложными проектами в 3D Max за счет хорошего буста и на один поток, и за счет 8 потоков, за счет большого объема оперативки с хорошей скоростью, частотой 3200, за счет мощной видеокарты 8-гиговой с RT-лучами и CUDA-ядрами. И, собственно,
быстрого SSD-шника NVMe-шного и прочих, и прочих, и прочих радостей, и отличного охлаждения. Кстати, за охлаждение у нас сегодня отвечает Kraken X62, и требование, скажем так, к этой сборке было следующим, чтобы радиатор вот этой водянки висел у нас наверху корпуса. В качестве корпуса у нас будет Matrix 55 Mesh, золотая мощная продуваемая середина. За задней стенкой хороним слоника, как я люблю говорить, места полно. Морда сетчатая, 340-ки помещаются, именно их вот этих вот красавчиков мы и повесим на морду нашего корпуса. Это Arctic Cooling P14 PVM PST. PST означает, что их можно запитать в цепочку. Насколько я помню, они потребляют 0,15 ампера, они супер малопотребляющие, очень тихие, надежные, 10 лет гарантии нам дает производитель, правда, пишет limited warranty, то есть типа расширенная, но ограниченная гарантия. Что бы это ни значило, главное побольше написать и продать. Но тем не менее, я знаю эти вертушки, они классные, они тихие, они дают отличный воздухопоток. И если сидеть, скажем, сзади компьютера, у которого висит одна вот такая вертушка, и он будет работать в простое на silent моде, вы замерзнете от потока воздуха. Я вам серьезно говорю, это классные вертухи. В качестве SSD-шника в этот раз мы взяли Crucial, Crucial by Micron, тоже здесь у нас Crucial, здесь у нас Crucial, я люблю Crucial, я сам являюсь владельцем SSD-шника от Crucial, ему идет второй год, он, правда, SATA 3, уже устаревший, он не NVMe-шный, он тоже терабайтовый, я его брал еще за 20 тысяч, в свое время 20 косарей стоил терабайтник. Так вот, его здоровье сейчас 98% по паспорту, учитывая, что он у меня половину жизни провел просто под видеокартой без радиатора охлаждения. Чувствует он себя бесподобно и хорошо. Точно так же, как этих, я поставил тоже штучек 5 уже, наверное, крушеловских SSD-шников. Претензий к ним нет. Они на QLC-чипе, то есть они дешевле Samsung'ов, или, например, обнаглевшая Adata, которая свой продукт SX8200 Pro продает практически сейчас уже по цене Самсунга, это если говорить о терабайтниках. То есть, если раньше она была мощным самсунговским конкурентом, и я предпочитал ее, то сейчас она просто увеличила на 30% стоимость своей SSD. И сейчас у нас по цене SX8200 Pro продается SX6000 Pro, что как бы не есть хорошо. Здесь у нас есть все, что нужно современному SSD-шнику для того, чтобы быстро и комфортно вы работали. Да, в принципе, вообще, работали в чем угодно за вашим компьютером. Значит, идем дальше. В качестве жесткого диска мы взяли 2-терабайтный хард. И я сейчас начинаю вспоминать, а взяли ли мы хард. Потому что, по-моему, в эту сборку жесткий не шел. А может быть и шел. Так, ребята, дайте мне минутку. Возможно, я... Нет, там тоже, я смотрю, лежит хард. А эта сборка уже собрана, а больше мне железо не приезжало. Но я вернусь к этому вопросу позже. Значит, жесткий здесь есть, потому что больше у меня железа на других сборок нет. Если только я туда, нет, туда я тоже поставил хард. Все, сам с собой поговорил, вроде как истины добился. Еще одна 120-ка, это ID-кулинговская 120-ка, мы ее повесим назад корпуса, потому что дипкулы пожадничали, в 55-й меш не кладут почему-то вертушку назад. То есть 50-ю линейку, например, дипкул 50 матрикс у нас... вертушка сзади 120-я, пусть простенькая очень, не слабенькая, но она есть. А в 55-м почему-то нет, хотя он даже немного дороже. Я не знаю почему. Может быть, кто-то из DeepCool отпишется в комментариях и объяснит, потому что я знаю, что они меня смотрят. Ну и блок питания System Power 9 на 600 Вт. Тоже золотая сегодня середина, стоит 4000 рублей. По-моему, он у нас то ли бронзовик, то ли сильвер. Он у нас бронзовик, сильвер у нас Pure Power идут, насколько я помню. Это бронзовик, честный бронзовик с хорошей трехлетней гарантией, супер тихой вертушкой, потому что это Big White. И ну сколько, штук 20 уже через мои руки прошло, пока что нареканий у меня к ним абсолютно никаких нет. Где-то получается я их ставлю ну, месяца 3-4, подшипник со временем стучать не начинает, опять же в качестве вертушек от BitQuiet можете не сомневаться, хотя насколько я помню, эта информация из чата непроверенная, но по-моему вот для System Power BitQuiet сами вертушки не делают, то есть они покупают у кого-то OEM производителя, они ставят свои, а вот с линии Pure Power и выше уже идет вертушка их, но тем не менее это не делает его каким-то плохим, шумным и так далее, это супер класс. Супер тихий блок питания с качественной начинкой за свои 4000 рублей, который, ну, я уверен, 10 лет просто у человека проработает, если он не будет его там высоковольтным напряжением фигарить и какими-то скачками и прочим каждый день по 40 раз в день. Электрик меня поправит, если я где-то ошибся.
Ну что, по железу я рассказал. Давайте, наверное, потихоньку приступим с вами к сборке. Начнем мы, как обычно, наверное, с распаковки всего, а потом с компоновки всего это просто в корпус. С установки там SSD-шника, процессора и прочего, и прочего. Но сначала, как я люблю делать, мы все распакуем. Коробки все идут на выброс, потому что отправлять их заказчику в другой город я смысла не вижу. Я буквально сегодня утром сходил, ребят, на почту и отправил своему заказчику коробку от видеокарты. Он меня попросил, говорит: «Володь, отправь, пожалуйста». Вот аналогичного размера коробка. Я еще пришел на почту, говорю: «Давайте прям минимальный тариф, вообще супер, ничего не страхуем, ничего не делаем. Вот максимально дешево, как можете, отправьте, пожалуйста». 398, ребята, вышло рублей. Стоит ли коробка того, чтобы отправлять ее за 398 рублей, учитывая, что она абсолютно никоим образом на гарантию не влияет? Я считаю, конечно же, что нет. 400 рублей, ребят, можно потратить на куда более полезные и нужные вещи. Ну что ж, давайте потихонечку распакуемся и начнем мы, наверное, распаковку, как ни странно, с блока питания. Подключим его, проверим. Почему я хочу начать с БПшника? Потому что я освобожу... Вынув блок питания, освобожу кучу места, куда я смогу убрать коробочки от всех вертушек, коробочку от SSD-шника. Ну, хотя коробочку от SSD-шника, кстати, я могу бросить в коробку из-под системника и отправить клиенту, точно так же, как с оперативкой. А вот остальные коробки все не войдут, либо они не нужны. Никому же не нужны коробки от вертушек. Поэтому, чтобы чуть освободить рабочее пространство на столе, я начну с распаковки БП. Еще опытный глаз, опытный мой, опытный. Мой старый подписчик мог заметить, что я купил еще большую вот такую вот, знаете, доску от Олфа. Я их рекламирую просто потому, что они крутые, а не потому, что они мне там платят. Повторяюсь в очередной раз для тех, кто в танке. Мне никто вообще на данный момент не платит за рекламу. Если я вам говорю, этот продукт классный, то исключительно только это мое субъективное, неоплаченное никем мнение. То, что вот смотрите, олфовский нож у меня здесь, японский. Олфовский здесь нож. Олфовский нож здесь. И, нет, это зубр. Зубр я купил. Но я очень хотел олфовские ножницы взять, но их не было, поэтому я взял зубр. Но вот эти ножницы, они супер приятные. По сенсорике 150 рублей, кстати, стоили. Пользоваться ими офигенно удобно. И у меня в арсенале еще появилась лупа с подсветкой. Но, как выяснилось, вещь абсолютно дурацкая, потому что вот если ты хочешь что-то разглядеть, не ведитесь, не совершайте мою ошибку. Вот прочесть что-то здесь, подсветка, вот смотрите, вот я сейчас как вы... Она, ну, нельзя сказать, что сильно помогает. То есть вот без подсветки даже четче, во всяком случае, черное на белом смотрится. А вот с подсветкой, она, которая, кстати, требует еще две, блин, пальчиковые батарейки. У меня две пальчиковые батарейки вообще никто не требует. У меня пульт, по-моему, в телевизоре от одной питается полтора года. Куда тут два пальца, непонятно. Что это, лампа накаливания у вас маленькая? Ну, это я дурачий, конечно. Ну, вообще, хотя бы вот с моим зрением можно что-то прочитать мелкое, потому что иногда смотришь серийник, да, например, думаешь, дай гляну серийник или чип какой-то рассмотреть, только вот увеличения не хватает, надо было брать с большим увеличением, в следующий раз я попробую. Ну, то есть учту свои ошибки, луп стоил недорого, что-то 250 рублей, кстати, дешевле, чем отправить пустую коробку по почте. Вот, поэтому у меня тут небольшой апгрейд рабочего места. Для тех, кто смотрит давно, ребят, очень рекомендую. Вот на этой штуке, особенно если меня смотрят коллеги, собирать компьютер обалденно. Да, она стоит дорого, прям, ну офигеть, как дорого. У меня прям сердечко болело, когда я ее покупал. Но вещь эта очень крутая. И на ней реально вы можете вот брать вот так вот делать и вот так вот резать. Ей вообще пофиг. Она самозаживляющаяся, там трехслойное хоть покрытие. И я совершил небольшую ошибку. Я взял 2-миллиметровую, надо было брать 3-миллиметровую. 1000 рублей доплатить. Платил бы, она была бы толще, потому что предыдущая маленькая была 3-миллиметровая, она была прям, ребят, мощная. Это чувствуется, она вот чуть-чуть тоньше, но все равно она крута, все равно она крута. Серьезно вам говорю, это прям суперская штука. Окей, давайте распакуем БПшник. Это будет, наверное, первый тайм-код, да, распаковка блока питания. Для тех, кто пришел сюда по тайм-коду, расскажу, что вы ничего не пропустили, кроме рекламы поверхности на моем рабочем столе от Олфы. Что ж, распаковываем блок питания. И пока я буду его распаковывать, этот процесс достаточно неинтересный, скучный и обыденный. Я вам расскажу, как все произошло, ну как это вижу я со своей точки зрения. Значит,
пес засыпать начинает потихоньку, да, ты мой хороший. Значит, как все было? Обыкновенный день, я сижу, мне пишет куча народу, я, ну, занимаюсь делами менеджера, я это так называю. Менеджерские штучки, то есть, когда я просыпаюсь, и все, что мне за ночь накидали, какие-то там, да, запросы на сборку или просто каких-то вопросов задавали, я трачу порядка, ну, кто не в курсе, где-то 4-5 часов в день. Ну, то есть половину официального рабочего дня в России только на разбор того, что мне написали. Например, здравствуйте, спасибо вам большое за канал, а подскажите, нормальная ли сборка? Бам, тебе вот такой список комплектухи, еще с описаниями, типа, а вот это вот я думаю вот так поставить, а вот это вот так. Ну, ты, естественно, это все читаешь, потому что секретаря нет, нужно все делать самостоятельно. И вот один такой же день я сижу, я в процессе работы, погружен с головой, надел наушнички, слушаю музыку, да, чтобы меня никто не беспокоил, чтобы меня ничего не парило и ничего не отвлекало. Пьюк-фиёк, значит, приходит звонок. Типа, сначала, нет, сначала было не так, сначала было, мне написали ночью, да, сейчас чуть-чуть вернемся, отмотаем, давайте назад. Время, ночь, ну там час, половина второго. У меня телефон в 12 в полночь по Москве уходит в тихий режим. Но все равно периодически ты его хватаешь на автомате, да, и проверяешь, что там. Смотрю, мне человек написал там в 3 мессенджера: WhatsApp, ВКонтакт, по-моему, и то ли на электронку, то ли еще куда-то. В общем, написал и решил сразу везде. Это правильно, потому что я что-то могу проверить быстрее, что-то нет. Ничего страшного, там дублируйте. Типа, все, я готов на сборку. Я думаю, ну, это чудесно, но если сейчас отвечу ночью, да, я уже, ну, там, ужинаю, готовлюсь ко сну, смотрю фильм, ну, то есть провожу время там с семьей, скажем так, отдыхаю, да. Ночь – это единственное время, когда можно отдохнуть по-человечески. Только не сегодня. Ну, сейчас у нас уже вон без 20:11. Так вот, я думаю, сейчас отвечу, ну все, ну то есть спать не дадут. То есть, если ты ответил, значит, ты готов к диалогу, да, даже если ночь. И, соответственно, начнутся вопросы, и, не дай бог, еще позвонят, и начнется. Я думаю, окей, отложу этот вопрос до завтра, и, соответственно, человека игнорирую. И вот на следующий день, там, в порядке очереди, я сижу, разгребаю, значит, все вот эти вот вопросы. И вот этот человек появляется, и я ему говорю, ну все, давайте, типа, без проблем, там, вот вам я задам пару наводящих вопросов. У меня есть некий пул вопросов, да, которые я задаю людям перед началом сборки, потому что, ребята, у всех вопросы одинаковые, все спрашивают одно и то же. И это абсолютно нормально, потому что, ну, естественно, да, если вопрос нам... Ну, то есть информацию на сайте искать долго, например, у меня где-то в группе и так далее, проще эти вопросы задать. И у меня, естественно, готов уже пул ответов на самые часто задаваемые вопросы. Это экономит время всем. Я подаю ответы в удобной форме, человек все понятно. Человек получает ответы тоже быстро. Мы тратим минимум времени, оба собеседника, и для всех это хорошо и удобно. Вот. Ну и, собственно, человек говорит, да все понятно, я, говорит, знаю, что хочу, сейчас я наберу, удобно ли говорить. Я говорю, ну, есть тип людей, которые любят разговаривать по телефону, я ровно противоположный человек, я из тех, кто, я сделаю, знаете как, это вот, сейчас я попробую провести аналогию. Я работал курьером в Москве несколько лет, а потом еще и мерчендайзером. То есть я Москву искатал на транспорте просто вдоль и поперек. Вот просто вдоль и поперек. Я настолько много провел, столько много времени провел в транспорте, что я сейчас ненавижу просто транспорт. Но даже речь не об этом. Речь, ребята, о том, что когда я вот ездил на этом транспорте, я ненавидел переходы метро. То есть, это вот, ну, я, многие скажут, Пантелеич, ты сумасшедший, и, скорее всего, будет человек прав, потому что покажите мне человека, да, который абсолютно не сумасшедший, в здравом уме и полной памяти, все мы немного того, как вам скажет любой психиатр, да, все мы немного ку-ку. Вот и у меня тоже свои есть кукушки в голове, и одна из этих кукушек говорит мне, чувак, ты ненавидишь просто переходы метро, вот действительно, правда, я очень люблю переходы в метро, то есть, я готов... практически был на все, лишь бы не ездить в переходах. Особенно, когда ты курьер, тебя вообще никто тогда не контролировал. Это сейчас у всех GPS, да, там прилоги, ты можешь своего курьера отслеживать в реальном времени. Ест он там в Макдаке, да, или что он там тусит, не тусит где-то. Ты, собственно, знаешь всегда, где курьер находится, а я работал, ну сколько мне сейчас там? Это получается... Больше 10 лет назад, ну, грубо там, 12-14 лет назад я работал курьером.
И тогда у меня был очень простой мобильный телефон. То есть мобильники уже тогда были, но они были не смартфоны абсолютно. У меня там была змейка и что-то еще. Знаете, ну типа аналог Nokia 3310. Пока я рассказываю, мы с вами убедились, что блок питания работает, что все хорошо. Я вот этот тестер, ребят, включаю, кто смотрит опять же первый раз, не для того, чтобы посмотреть, сколько он реально выдает по 12 там вольтовой линии и так далее, а просто для того, чтобы, во-первых, немного разработать вот эти вот новые пластиковые входы, чтобы не в материнку их потом тыкать, да, там свежими, чуть разогнуть провода, ну и проверить вообще нет ли тут брака, все ли окей, потому что производители блок питания обычно пишут, типа, мы все проверили, вот где-то здесь 8 окей, хайпот окей, то есть на прогрев проверено, 8, я, честно говоря, сейчас не вспомню, что такое, ну, типа, все работает, типа, он проверен, но доверяй, ну, проверяй. Далеко не факт, что все работает, даже если написано, что работает. Блок пока отходит в сторону, а от блок питания я хотел коробку, в которую я буду убирать другие коробки. Вот. Ну и, собственно, я был готов на все. То есть я очень хорошо знал Москву, быстро научился, вообще рекомендую всем курьерами поработать, всей молодежи. Хотя бы годик, ребят, это супер-супер скилловая штука. Вы просто знаете все, где что находится. Реально. То есть вы Москву можете практически вот так вот нарисовать на карте, да, где какие улицы. Это правда хороший скилл. Вот, и я знал, какие автобусы ходят, насколько часто, с какой периодичностью. Сейчас вас, я гляну в часы, что-то мне пришло. Если что-то серьезное, я это заблюрю или сделаю паузу. Так, ничего. Ну, то есть, как бы серьезное, но вроде бы, я думаю, может подождать хотя бы как минимум до моей большой паузы, которую я сделаю. Вот прям до серьезной большой паузы, до серьезного большого перерыва, там, когда я уже достигну чего-то, ну, какой-то вот такой вот реально, знаете, передышки, когда момент, когда нужно, правда, отдохнуть. Вот, о чем же я говорил-то, блин? А говорил я о том, что я хорошо знал Москву, знал, где пересаживаться, и был готов на все, что угодно, лишь бы просто не делать переход в подземке. То есть я мог проехать лишние там полчаса на автобусе, ну, потому что а чего бы нет, у меня были книги всегда, я всегда читал, либо слушал музыку, либо и то, и другое одновременно, и кайфовал, собственно, от своей работы, от того, чем я занимался, от своего одиночества такого, знаете, ты ездишь, просто отвозишь документы из точки А в точку Б и занят собой, пожалуйста, читай сколько хочешь, я за курьерство прочитал больше, наверное, чем за всю оставшуюся жизнь. Так, давайте глянем, что у нас тут по вертушкам. Я по амперам вам говорил, давайте повторим. Ну да, 0,12 ампер. 0,12, ребята, ампер. 12 вольт, 0,12 ампер. Ну, то есть, вы представляете, насколько маленькое потребление у этой вертушки вообще, в принципе. 0,12 на 12, это у нас 2,4, да, правильно получается? Правильно я вроде посчитал? Вроде правильно посчитал. А может и нет. Под вечер башка работает плоховато. Но как бы на любую материнку вот таких вертушек мы можем повесить, по-моему, 8 штук получается. Так, 12 на 8 – это 80, 16, 96. Ну да, 8 вертушек на один, блин, ребят, коннектор. Я вообще неплохо представляю себе корпус, куда можно 8 140-ок разместить. Ну, я могу себе представить, вот сюда мы можем повесить в лучшем случае 3 вперед, 2 наверх, и назад уже 12 вольт. Ну, то есть все, у нас 6 вертушек, понимаете, да, и все это можно зафигарить на один коннектор. Ну, не считая CPU фан, который туда же можно прибавить, наверняка, если у нас тоже Арктик. Понимаете, да? Очень маленькое потребление, при этом офигенный воздухопоток. А некоторые вертушки 0,3-0,4 ампера, а при этом ни туды, ни сюды. Не понимаю, почему так происходит, серьезно. Вот Арктики прям очень хорошо сделали. И как вы видите, да, их можно в цепь. То есть этот коннектор в мать, дальше пошел. И цепочку из этих вертух делаешь. Главное, чтобы маркировка была PST. Вот, так вот, как я тогда не любил пересаживаться в метро, делал для этого все, чтобы, ну, максимально старался избегать пересадки в метро. Да, это каким-то образом складывалось там на моем времени работу, хотя я, в принципе, все успевал, да, как-то я умел время контролировать. Я реально мог проснуться пораньше и поехать, зная, что, допустим, я там не буду пересаживаться и так далее, и так далее, и так далее. В общем, вот как я тогда не любил пересадки, так я сейчас ненавижу говорить по телефону. То есть я делаю все, чтобы не разговаривать по телефону. Серьезно, ребят, я вот, ну, на все готов. Я предполагаю, что это начало моей там карьеры айтишника, если можно так выразиться, когда я работал там Никеем, да. Большинство клиентов любого, я думаю, никейщика, это, как правило, люди пожилые, да, которым тяжеловато самим там винду, например, переустановить. И они начинают тебе звонить и спрашивать какие-то глупости. Особенно, когда у них свеженькая винда, да, когда они там 3 года сидели, скажем, на XP-шке,
А потом ты приезжаешь, ставишь им семерку, чуть апгрейдишь ком, ставишь какую-нибудь SSD-ху, да, ставишь туда семерку. Для них все вообще в новинку, им все очень сложно, им очень тяжело, они не понимают. Они, естественно, не помнят своих паролей там и прочее, вообще. Ну и человек, он просто, он садится, особенно если он пожилой, ему действительно тяжело, над этим никто не смеется, это просто констатация факта. И человеку реально сложно. И вот он начинает звонить: «Ой, Володя, у меня тут вот это». А Эникеем я работал, ну, лет 5, наверное, Эникеил-то я сначала на босс, потом на себя. Ну, достаточно много времени, пока вот не ушел вообще в сборки, которые мне позволили как можно меньше общаться с людьми по телефону. И вот тогда, мне кажется, я наговорился на всю жизнь, просто на всю жизнь. И сейчас, когда у меня звонит телефон, у меня, знаете, вызывает он, ну, такое, знаете, неприятное чувство, типа удара током в мозг, что ли. Вот представьте, что вам что-то не нравится, да? Я не знаю, ну, вот вы не любите, например, рэп, я могу вас понять. Вот, ну, ненавидите вы рэпчину и все. Вот как слышите ее, вам как бы ничего, вы можете находиться в помещении, где играет рэп, но вам неприятно. Я вас прекрасно понимаю. Вот такая же точно фигня у меня с телефонными звонками. Я могу говорить по телефону, но мне неприятно. То есть я испытываю практически физическую боль от разговора по телефону. Даже если собеседник приятный, я думаю, черт побери, я эти вопросы уже слышал. Мне снова придется говорить то, что я говорю много раз. Я не хочу, типа, вот это все. Давайте, у меня готовый копипаст. У меня в Evernote есть блокнотик, называется «Ответы клиентам». Там реально, вот, ну, серьезно, ну, на 80% вопросов ответы уже есть. И вот это вот, когда по телефону начинаешь, думаешь, да блин. Вот сегодня, например, мне звонили в 8:30 утра, а вчера мне звонили в 1:30. Ну, хорошо, у меня телефон в тихом режиме. Часто меня еще смотрят же, у меня же телефон в открытом доступе на YouTube. И бывает, кто-нибудь набухается, смотрит, думает, блин, надо этому чуваку позвонить. А он живет, ну, скажем, я не знаю, ну, далеко, где-нибудь на востоке, там, в районе Хабаровска, да, и у него часовой пояс другой, а он уже поддал мальца пивка, он уже не понимает, что у меня-то здесь может быть 3 ночи. Володя, ты красавчик, понимаете, вот эта вот фигня. То есть я же, ну, не из вредности. Ну, в общем, не суть. Ладно, к чему я это все? Опять крик души, пожаловался, как будто вам, блин, как на приеме, да? В общем, давайте эту глянем, вертушечку. Вот она 120, тоже 0,15 ампер. А это, по-моему, 0,12, да, я смотрел? Да, 0,12. Ну вот как так? 140-ка 0,12 ампер, а 120-ка 0,15 ампер. Где объяснение? Как это работает? Почему? Ну типа ей надо сильнее крутиться? Да нет, наоборот. 140-ке надо больше, ну грубо говоря, силы, да, для того, чтобы раскручивать вертуху. Она типа тяжелее, у нее лопасти шире, диаметр больше. Не знаю, если есть кто-то реально умный, ребят, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, почему так происходит, почему реально хороший воздухопоток 140-х вертушек 0,12 ампер, а, ну, скажем, средненький поток 120-ок, ну, вот в данном случае 0,15, а легко может быть и 0,35, абсолютно вообще легко. При этом по воздухопотоку, опять же, я говорю, они даже не сравнятся нифига. Я вот, ну, правда не знаю ответа на этот вопрос, у меня его действительно нет. Так, ну смотрите, как мы аккуратно с вами убрали теперь мусор от вертушек в коробку для блока питания, или из-под теперь уже блока питания. И теперь эту радость мы можем убрать куда-нибудь в сторону, временно она нам не понадобится. И давайте сделаем все-таки, правда, маленький перерывчик. Я открыл там форточку, и сифонит, у меня ноги замерзли, надо закрыть. Как бы свежо стало, можно теперь закрывать. Глотну водички, посмотрю, что написали, отвечу человеку. И поедем дальше. Полчаса уже потрачено. Сделал небольшую паузу. Вот это стариковское начинается. Сделал небольшую паузу, и давайте будем продолжать. Будем уже распаковывать материнку, ставить процессор. И я специально рассказываю историю очень долго, чтобы ее разбавлять какими-то подробностями, потому что я говорю, мне нечего вам рассказать, поэтому я строю, знаете, то есть это как сериал, когда у тебя есть одна, значит, длинная сюжетная линия, которая потихоньку в каждой серии разбавляется какими-то мелочухами. Вот примерно такая же фигня. Так, что у нас здесь есть? Что нам из этого понадобится? Нам понадобится SATA-шный провод, потому что у нас есть жесткий диск. Берем. Нам понадобится бэкплейт. Потому что у нас идет плата с бэкплейтом. Берем. Нам понадобится М2 винтик и стойка. Берем.
Вот это все дело я достаю, просто отправлю заказчику. В коробку кину, пусть будет. Антистатический пакет тоже отправлю заказчику, брошу в коробку, пусть будет. Мало ли что, мало ли что он захочет сделать с этим всем железом. Что-нибудь куда-нибудь захочет отнести, что-то еще. Пусть будет антистатический пакетик. Ничего страшного. Вот минус тряпичных перчаток в том, что они цепляются вот буквально там чуть-чуть задел, вот эти остренькие. Все. Антистатику берем, куда-нибудь сторонку пока уберем. Пусть полежит вот здесь. Девчонка не хочет елочку убирать, конец января, ну до марта будет стоять, а то и до апреля. Я свою девушку хорошо знаю, она прям Новый год очень любит. Вот, и, собственно, к чему я все это про звонки? И человек мне говорит, ну давайте наберу, типа, я все понимаю. Я понимаю, что сейчас меня ждет, а когда человек, знаете, он уже переписывается уверенно, скорее всего, он и диалог будет вести уверенно. Я прекрасно знаю. То есть, когда ты много общаешься с людьми, а я много общаюсь с людьми с разными, когда я Никеем ходил в гости там, ну и вообще по жизни у меня переезжал много раз. Так получилось, что была юность и вообще это взросление, да даже детство, очень активным, я общался абсолютно с разными людьми. От реально героиновых наркоманов, живущих там в подвале, серьезно, у меня был такой круг общения в свое время, до просто людей, у которых Ламборджини в гараже стоит, там, условно, да, не условно, кстати, или это Мазератти был, не имеет значения. То есть, и, как правило, общение такое приятельское происходит, потому что, ну, нет-нет, но когда к тебе пришел человек, он провел у тебя там 5 часов, ремонтируя твою технику, вы все равно невольно болтаете. 99% людей любят болтать. Мало кто тебя оставит в комнате и скажет, чувак, если что, короче, он просто там, кинь пропущенный, я там в соседнюю комнату ушел, да, там надеваешь наушники и работаешь. Такое бывает крайне редко. Как правило, люди с тобой болтают. И 5 часов находиться двум незнакомым людям в одном помещении не очень комфортно. А как вы видите, у меня рот не закрывается, и поболтать-то я сам люблю. Если у меня и клиент мой или собеседник мой попадается такой же болтушка, как и я, то нам вообще вдвоем очень весело, и время пролетает для обоих незаметно. Поэтому я много болтал. И наболтался я в своей жизни уже так, что я уже болтать устал. Реально. Я хочу болтать преимущественно со своими друзьями, желательно лично, вообще исключая телефонные звонки или мамасики в чатике кидать. Ну вот, и когда ты понимаешь, что человек с тобой общается сразу же, знаете, вот так, типа, я знаю, что мне надо, то тебя ждет долгий разговор, причем большую часть времени ты будешь слушать, и, скорее всего, ты будешь получать редкий вопрос, да, на который ты уже будешь заранее знать ответ еще до того, как его задали. Но я оказался, ребята, неправ. Серьезно. То есть, часто я оказываюсь прав, но в этом случае я оказался неправ. Все было почти так, но не так. Давайте я сделаю фотку процика. Я делаю фотографии для своей группы ВКонтакте, для Инстаграма, для заказчика, которому я это отправлю. Хотя заказчик знает, что будет видео, ему фотки нужны не так сильно в этом случае, как, например, мне. Но для тех, кто собирается заказать у меня комп, без исключения, ребята, всегда будет готов фотоотчет. Всегда. Какая бы сборка ни была. За 5000, ну, за 5000 рублей на комп не собрать, от 15. Давайте, знаете как, от 11, наверное, можно собрать комп. Вот что бы вы ни заказали, фотоотчет будет в любом случае. Где-то будет больше фоток, где-то будет меньше фоток, но процесс вот такой вот сборки более или менее пошаговый вы получите в любом случае. Заглушечку вот эту я тоже отдам, потому что потом, когда через, скажем, 5 лет, если вдруг эта материнка пойдет на продажу, это вот так вот просто закроется сверху и прекрасно поедет. Китайский аккумулятор коварен. Он садится просто внезапно. Ну, на самом деле, когда у тебя камера висит на башке, у тебя любой аккумулятор садится внезапно. Но китайский прям пипец. Вон я их там разложил, несколько штук поставил на зарядку. Он вроде как показывает полный-полный заряд, потом резко показывает половину, где-то 5 минут, потом бам, в ноль просто разрядился. И заряжать их также сложно. Ну и как я говорил, ребят, я не подготовился к сборке, поэтому у меня батарейки даже не заряжены. Я сейчас просто в процессе. Одна сажается, две заряжаются, одна сажается, две заряжаются. Буду вот таким образом сейчас по цепочке заряжать. А остановился я на том, что я говорил, что потом, если вдруг надо будет что-то продать, да, там, соответственно, какую-то материнку. Вау, это коробка, не переживаем. Вот это сейчас видели, что было прикольно. Просто, блин, о перчатку зацепился. Фау, улетело.
Руки откуда растут у меня? Что человек просто возьмет, закроет заглушкой, и сокет не будет повреждать, спокойно сможет переслать куда угодно. Вот это дело, поэтому мы оставляем. И следующее, что я хочу сделать, я хочу установить SSD-накопитель. Я знаю эту материнку достаточно хорошо. И, насколько я помню, верхний слот M2, многие этого не знают, да, из новичков-сборщиков, естественно, опытный сборщик знает, но на многих материнках часто верхний слот M2 работает с PCI-Express X4 скоростью, а нижний слот M2 либо вообще работает только с SATA, либо PCI-Express X2, за что вот я люблю Asus, да, не то, что я там большой их поклонник, нет, я отношусь к ним нейтрально, но смотрите, то, о чем я рассказываю, написано прямо на текстолите. Вот этот M2 у нас для Wi-Fi, вот этот M2, PCI-Express X4, SATA, пожалуйста, Intel этот RST, Rapid Storage Technology поддерживается. Здесь у нас что? Socket 2, нижнее подчеркивание 2, PCI-Express X2, видите? А у нас PCI-Express NVMe 4, X4 скорости, поэтому нам, соответственно, это тоже должно быть где-то написано, я точно вас уверяю, что он X4. На самом деле, разницы вы, скорее всего, не заметите вообще никогда. Вообще никогда, только если вы 8K видео не монтируете. Но, как бы, да, зачем совать в X2, если можно в X4 совать, конечно, слово такое. Зачем устанавливать SSD-шник в сокет с заведомо более низкой скоростью, если можно его поставить в тот сокет, который должен работать с нужной скоростью. Понимаете, о чем речь. Поэтому, естественно, да, но мы используем возможности платы на полную. Мы не будем с вами экономиться, там что-то колхозить, заниматься какой-то фигней. Но еще раз повторюсь. Разницы фактически в скорости, вот в повседневных задачах, в задачах там игровых, стриминг, еще где-то вы вообще никакой не увидите. Еще бытует миф, многие говорят, второй сокет работает со скоростью SATA. Нет, ребята, это не скорость SATA. Скорость SATA ограничена, по-моему, 550 мегабайт в секунду, если я не ошибаюсь. По-моему, это просто потолок. Дальше SATA передать не может. PCI-Express X2 передает до 1500 мегабайт в секунду. Я в монтаже, если не пропущу этот момент, если не буду сам засыпать под свой же ролик, да, во время монтажа, я скину цифры точные, которые нагуглю и скину вам, чтобы не быть голословным. Ну вот примерно считайте так, очень грубо можно посчитать, что SATA это 500 мегабайт, очень грубо. PCI-Express X2 это 1500 мегабайт в секунду, линейное чтение записи. А PCI-Express X4 – это 3000 мегабайт в секунду. Вот грубо, очень, очень грубо это так. Что я делаю дальше? У меня две стойки, два винтика. Как вы видели, пакетик одноразовый, то есть запаковать обратно я не могу. Я просто вкручу стойку сюда, чтобы она не потерялась. Да? Мало ли, человек купит еще один SSD-шник, он смело его установит сюда и будет им пользоваться. Такой маленький вам лайфхак. Еще я знаю, что вот эта моя отвертка прекрасно, вот эти вот маленькие винтики ввинчивает вообще без лишних вопросов. Сопротивление минимальное, его можно держать руками. Я это много раз уже показывал. Кто боится, что ты используешь электроотвертку для компьютерного железа? Это даже не лет. Нет, электроотвертку они не правят. Это же электроотвертка, они называют шуруповерт. Во. Ты взял шуруповерт, ты что, с ума сошел? Ну, то есть человек реально, он же смотрит, он же не понимает, о чем речь идет. Он думает, что я вот там шуруповертом, которым бетон там можно просверлить, фигачу. Завичиваю винтики. На самом деле, если тут усилие большое поставить, то вот я вот сейчас вам покажу, что я сейчас сделаю. Я сейчас возьму SSD-шничек. Давайте я сделаю фотоньку этого SSD-шничка, да, наверное. Потому что SSD-шник любит фоткаться. Ладно, я шучу, на самом деле SSD-шник не живой и ничего он не любит. Это я люблю фотку вот этот такой вот SSD-шника. Хоп. Вот, соответственно, если мы берем SSD-накопитель, да, ставим его в слот. И если поставим сопротивление, ну вот даже здесь, скажем, на десятку, он просто, скорее всего, лопнет пополам, этот SSD-накопитель. Ну, мне так кажется, я лично не проверял и не планирую, но вот на нуле я могу вам сказать, что все просто офигенно, уже проверено многократно. Ноль – это вот как раз та сила, с помощью которой можно ввинчивать винты внутри компьютера. Так, и о чем же я говорил? Я говорил о том, что мне позвонил человек. Человек мне позвонил, и вот сейчас я начну вам рассказывать реальную историю.
Что это за сборка, почему это сборка и как так вышло? Звонит мне человек, назовем его мистер Меценат, потому что я, ну не знаю, хочет ли он, да, чтобы я его настоящее имя говорил или нет. Наверное, если человек, ну то если ты не обсудил этот момент, а я его не обсудил, то лучше использовать прозвище и минимум личной информации. Я считаю, что это правильно, и мне бы хотелось, чтобы мои там, скажем, люди, да, чьими услугами я пользуюсь, тоже бы не сдавали какую-то мою личную инфу. Потому что все-таки, ну, это просто, я не знаю, грубо говоря, дань уважения. Вот, звонит мне мистер Меценат и говорит, Вов, слушай, ну вот есть один стример, говорит, в интернете, Рокетмен, говорит. На самом деле там канал называется не просто Рокетмен. Я потом нагуглил, есть просто Рокетмен, а этот называется еще как-то, я обязательно вам тут напишу, в описании к этому ролику обязательно будет ссылка на этот канал, а может даже и в заголовок зафигачу, чтобы прям, ну, наверняка, никто ничего не перепутал. Вот, ребят, есть, говорит, человек, занимается офигенной фигней, масло масляное, говорит, занимается обалденными вещами, человек просто показывает... Space Engine, блин, да что ж такое, а вот когда вечер, когда башка не варится, вот просто серьезно. Я причем подготовился же час назад, до ролика я сел, зашел, посмотрел видео одно, не очень длинное, которое пятиминутное, Space Engineers, по-моему, называется игрушка. Я вообще очень, говорю, от этого далек, я никогда в жизни ее не видел, я в God of War сегодня играл. И Divinity прохожу третий год, и третий год Ведьмака третьего. Векторная алгебра, вот такое словосочетание есть на канале точно. На самом деле, ребят, зайдите, посмотрите, может быть, многим из вас, особенно моему юному зрителю, станет эта тема интересна. Там тоже трехчасовые ролики, тоже можно долго смотреть и залипать. Аудитория моего канала явно расположена положительно к длинным трехчасовым роликам. Попробуйте, посмотрите, может быть, вас зацепит. Я пообщался с будущим владельцем этого компьютера вживую по телефону, мы тоже поговорили, естественно, созвонились. Хоть я и намекал всячески, говорю, идеально вообще общаться, говорю, в WhatsApp перепиской. Ну, проще позвонить. Давайте созвонимся, Владимир. Я исполнитель, вы заказчик. Скажете звонить, будем звонить. Сейчас чуть потише сделаю. Какое-то техно бешеное мне YouTube предлагает. YouTube музыка. Тоже позвонили, пообщались, абсолютно интересный человек, и я уверен, что, набрав такую популярность, очень интересный, наверное, блогер в своей сфере, в которой он разбирается. Вот, и, соответственно, ребята, что произошло? Говорит, вот я его смотрю, но, говорит, качество стрима, ребята, точнее, как ребята, мне он говорит, но, говорит, Вов, но качество стрима говнище, вот примерно так. Такое, говорит, плохое, такая фиговая картинка. И я, говорит, с ним списался. Ну, то есть, мистер Меценат списался с будущим владельцем этого компа. Они там что-то типа пообщались. Ну, естественно, я там, я вам скажу, у меня разговор по телефону длился больше часа. У нас даже разговор прервался, потому что он был очень долгим. Я последнее время час по телефону говорил, ну, я не знаю, честно говоря, когда. У меня бабушка в Питере живет, я в Москве. Я вот с ней столько не разговариваю. Ну, в принципе, я вообще с ней, кстати, не разговариваю. Потому что у нее Инстаграм есть, кстати говоря. Она все и так про меня знает. Вот. Но, блин, ну тут мы разговаривали час. Мы обсудили все. Я, значит, с чего все началось? Я предложил сборку. Я говорю, ну, раз человек стримит, да, и стримит явно, как мне кажется, до сих пор, возможно, я не прав. Поправьте, кстати, меня в комментах. Что нагрузка очень похожа на 3D Max. 3D Max, насколько я знаю, любит многопоток, в отличие от автокада, который на сегодняшний момент использует только одно ядро, что лично мне кажется какой-то дикостью, но вроде бы как бы это так. Ну, правда, 3D Max еще можно там же, по-моему, подключать сторонние какие-то рендеры, типа Corona, V-Ray, да, которые уже как-то по-своему умеют обрабатывать. Ну, вот ладно, я далеко копнул. Но 3D Max вообще сейчас не берем. Либо у нас сейчас идет просто тупо игровая нагрузка, да, то есть человек занимается тем, что он, наверное, нагружает железо так же, как нагружает игра. Ну и плюс, ребята, стрим. А как принято в техноблог-сфере после видео Game One, что типа стримить видеокарты – это дикий зашквар, и нужно стримить процем, потому что качество картинки выше.
А если взять это все и сложить в одну кучу, а потом взять еще стоимость 38 000X, 37 000X 8-ядерного 16-поточного процессора, ты как бы думаешь, да, то есть логически, что для стриминговой машины ты собираешь что-то на 8-ядерном AMD на 16-поточном, да, тем более это супер доступно, он при этом великолепно справляется со всеми игрушками, нормально, достойно, сам по себе бустится на ядро, там пусть он там 4.2, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Для любой современной игрушки это, ну, хорошо. Да, звезд неба не хватает, да, там какой-нибудь 9600K, например, у нас забустится сильнее и даст больше FPS в некоторых проектах. Но, опять же, у нас многопоток входит. Assassin's Creed Odyssey, та же самая, которая, насколько я знаю, может использовать вообще все доступные потоки, да. Ну и плюс, опять же, стриминг в H264 кодеке, который позволяет стримить, точнее, который заставляет работать процессор. Ну, естественно, да, я, сложив одно с другим, делаю так. Кстати, да, могу заметить, что вроде не сильно обсуждали бюджет. То есть, не было такого, что там влезть в такой-то бюджет. То есть, я просто думаю, что, ну, вот средняя стриминг-машина, она будет вот такая. И там был 2060 Super, да, по-моему, я предложил. Там была... Или 2070, возможно, Super, уже не помню. Там был 38 000X, потому что он сейчас дешевле, чем 37 000X, также 32 гига оперативки, потому что лично мне кажется, что сегодня 16 уже, ребята, вот прям сильно впритык, и с учетом стоимости памяти, когда за 11 тысяч пока что еще можно купить 32-гиговый кит, надо брать все-таки 32 гига памяти. Если, опять же, вы можете себе это позволить, если нет, берите 16, 16 докупите потом. Если вы можете себе позволить, например, 9700K, да, то можете себе позволить и 32 гига оперативки. Я считаю так, и на памяти экономить не нужно. Вот это вот мое мнение, я тут с одним потенциальным заказчиком уже третий день тоже обсуждаю сборку. Он все говорит, все хочу 16 и хочет 5700XT еще взять. Хотя я ему, конечно, предлагаю 27 супер, потому что при равных условиях там наш ценник выходит одинаковый. Вот, ну не суть. В общем... Я ему предлагал Ryzen, и мы как-то вот в процессе разговора, я сам владею Ryzen 3700X, как-то в процессе разговора, а мой собеседник, он тоже владеет Ryzen, и тоже, по-моему, 3700X, если я не ошибаюсь, или 38, ну, в общем, у нас примерно похожие конфигурации. Мы с ним пришли к тому, что, уйдя из Intel в Ryzen, мы реально просто в режиме рабочего стола, я не буду сейчас говорить за игрушки, да, за какие-то там программы по монтажу, потому что, ну-ка, на секунду. 90%. У меня очень тут колористика, я уже много раз рассказывал, поэтому монтируется очень долго. Вот он уже монтирует, ну, порядка, наверное, 5 часов. То есть у меня в среднем, это у нас где-то 2,5 часа будет ролик, 2 часа и 20 минут. Вот монтаж идет 6 часов. При этом я монтирую в кодеке NVIDIA, и у меня сейчас, видите, нагружена видяха. Почти на 90%, вопрос отдыхает на 30%. Но я ставил эксперименты, я монтировал в H264, ситуация примерно такая же, только карта больше отдыхает. Когда монтируешь в H264, карта нагружена процентов на 50, процессор где-то процентов на 40-50. Почему-то вот DaVinci не может нагрузить все мои 16 потоков одновременно, я не знаю почему. Вот. То есть я владелец AMD Ryzen и могу сказать вам, что в профессиональных задачах вообще ему равных, наверное, за эти... Ну, то есть не наверное, а точно. Ему на сегодняшний момент равных за его стоимость просто нет. Ну, то есть реально не существует конкурента у него. Именно за ту же самую стоимость. Но что касается режима там рабочего стола, например, да, вот серьезно вам, ребят, говорю, вот многие сейчас со мной не согласятся, но это просто на уровне ощущений. На уровне ощущений, на уровне отклика есть какие-то микролаги. Вот ты браузер запускаешь, и он думает, а потом бам, и запустился. Как будто ему нужно куда-то скишить. Я не знаю, как это объяснить. Как будто бы вот ему нужно взять небольшую паузу перед тем, как выполнить задачу. У Intel такого нет. То есть, вот опять же, по личным наблюдениям, давай вот сюда вот это сложу, это будет что-то типа мусорной коробки, хотя у меня есть мусорный пакет. Вот просто по личным наблюдениям могу сказать, что на Intel все резвее работает, что ли. И мы как-то вот болтали-болтали уже о том, о сём, о пятом, о десятом с мистером меценатом, и пришли, реально дошли до того, что все-таки вот Intel, он как бы, ну вот все-таки, наверное, будет лучше. Да, он чуть-чуть дороже,
Но он мне рассказал, говорит, такую штуку, типа, вот я там то ли родственник, то ли знакомый, там не имеет сильного значения, да это вообще никакого значения не имеет. Говорит, собирали систему тоже для стримов. Там 9400F и 2060 супер. Человек, говорит, стримит видеокарты, я, говорит, смотрю, и качество, говорит, обалденное. Я такой, да? Ну, то есть, типа, после ролика Game One, которому я почему-то, я, кстати, сейчас начинаю все чаще задумываться, а почему? Ну, после ролика Game One, которому я беспрекословно просто доверился, потому что он скинул тесты, скриншоты и прочее, и прочее, и прочее, где явно было видно, что видяха не прорисовывает текстуры, да, что она там глотает полигоны, наверное, так можно сказать, глотает полигоны. Я сейчас лонгольера такого представил, плывущего и жрущего все за собой. Глотает полигоны, да, проглатывает их, не дорисовывает какие-то вещи и вообще картинку дает хуже. Потому что, ну, не будешь же ты стримить на 9400F, да, процессором игру. Естественно, ты когда играешь 9400F плюс 260 супер, у тебя стрим, скорее всего, настроен ты на видеокарту все-таки. Хотя от игры, блин, зависит. Может быть, что-то очень сильно видеокарточно зависимо, и просто отдыхает и расслабляется, и стриминг вообще идет кодек MH264. Но, как утверждал собеседник мой по телефону, стриминг был именно видеокарта. Я предполагаю, может быть, они OBS там вместе настраивали, может, еще что. То есть получается, что вся нагрузка игровая плюс стриминговая ложилась на карточку на 260 супер. При достаточно, ну, скажем так, не то что слабеньком процессоре, но процессором слабее, чем 3800X, очевидно. Потому что всего 6 ядер, 6 потоков у нас у 9400F, да, насколько я помню. Там же не 12 потоков, нет, там 6 потоков, 12 у Ryzen 6-ядерных. Вот, и, говорит, картинка была безупречна, поэтому давай, говорит, сделаем так. На всякий случай, я им говорю, все-таки я бы, типа, взял 8-ядерник, потому что, говорю, мне кажется, что вот для тех задач, которые будет использовать владелец этого компьютера, ну, нужен восьмиядерник. Я не знаю почему, но мне так кажется, что многопоток там работает очень и очень достойно. Может быть, я реально тотально не прав. Я вот попрошу, я, наверное, посмотрю стрим, то есть как все будет. В итоге вот эту вот сборку, когда я полностью все отдам, соберу и отрендерю, вот этот вот ролик будет еще обсуждаться владельцем этого компьютера на его стриме. Поэтому, ребята, кстати, кто смотрит этот ролик, он должен будет выйти, естественно, немного раньше, чем стрим. А может быть, я вообще сделаю так. Ну, я не знаю, в общем, там как получится, потому что я говорю, человек живет в другом городе, там другой часовой пояс, может быть, тоже не точная информация, но мне кажется, что да. Вот, и когда там будет этот стрим, как и что, не знаю, но он будет точно, поэтому следите. Очень простой способ не пропускать стрима – это жамкать на колокольчик. Это я сейчас не прошу вас нажимать на колокольчик на моем канале, потому что, как я вам рассказывал, на канал мне по большому счету, ну так, знаете, средненько плевать, потому что я не гонюсь там за количеством подписчиков, рекламу не продаю и канал не монетизирую. Вот, это я сейчас вам говорю, чтобы вы нажали на колокольчик у Рокетмена. Точное название правильного канала будет в описании, ссылка там же будет тоже. Почему я его рекламирую? Потому что ему поедет комп, и это вообще вся ситуация прикольная. Так вот, мы дальше общаемся. В итоге, когда мы выяснили конфигурацию, он говорит: ну все, типа, сейчас я переведу денег там и все такое, давай покупай и оформляй. И скину тебе контакт вот как раз получателя компьютера. Я говорю, ну это все здорово, а как бы он вам кто? Ну я чисто так ради праздного интереса, там друг, брат, товарищ, сват. Так ребята, что оказалось, что никто? Ну то есть, ну, скажем, как никто. Зритель и блогер – это очень тесная связь. Никто в плане родственных связей никаких нет, или дружеских, да, хотя, может быть, с дружескими я и… Ну, в общем, не суть, я сейчас заговариваюсь опять, знаете, вот эта вот теория заговора, типа, верю в теорию заговора. Просто, что произошло, чтобы вы понимали, да, кто не верит в людей, кто не верит в мир, кто не верит в то, что надо делать классный, полезный и качественный контент, да, умный контент, давайте вот так его назовем, умный контент. Вот вам реальный пример, который происходит прямо сейчас. Это не ложь, не обман. Я вас не обманываю, не вру, нифига, ничего такого, и никто вам врать не будет. Это факт. Просто зритель, видя, как человек создает умный контент, как-то, наверное, взял и подумал, блин, какой офигенный и классный контент. Дай-ка я задоначу ему компом, чтобы
картинка, на которую я и так смотрю, стала лучше. Понимаете, да, о чем речь? Он даже пес у меня офигел. То есть, реально, но компьютер, как вы сами понимаете, ну, любой, да, из вас может сесть да прикинуть, сколько он стоит. Да, кстати, железо, которое использовалось в сборке, тоже будет в подписи к видео, там ссылки на Яндекс.Маркет, кликайте, переходите, если вдруг кто-то хочет там аналогичную конфигурацию себе. Вот вам, пожалуйста, история жизни, абсолютно нормальная, реальная история. То есть, как говорится, shit happens, but wonderful. То есть, и дерьмо случается в жизни, но и чудеса бывают. Серьезно. Просто, как я говорил, работайте, трудитесь, да, и вы будете вознаграждены, серьезно, это правда так и есть. То есть, человек делает офигенный контент, получает комп, грубо говоря, на халяву. А почему грубо? Так и есть, на халяву. Ну, то есть, блогер – это работа, да, в любом случае, но вот на тебе компьютер. Я считаю, что это офигенно. Я считаю, что это просто офигенско, офигенно, обалденно, очень круто, вот правда. Когда ты закачиваешь, не за то, что ты расческу в сраку засунул, а за нормальный, качественный контент, приятный, умный и полезный, ты получаешь в подарок комп. Это классно. Вот я прям побоями, обеими руками в белых перчатках, уже, кстати, не таких и белых, за то, чтобы это продолжалось. Пёсель, ты мой хороший. Ты видишь, я работаю? Нет, тебе еще рано. Ты гуляешь после половины двенадцатого даже. А, ну уже почти полдвенадцатого. Попозже. Не-не, я занят. Все, иди. Иди. Я освобожусь, тебя позову. Давай. Молодец, умничка. Едем дальше. Значит, что я сейчас делал? Давайте я вам расскажу, что я сейчас делал. Я поставил бэкплейт, скажем так, от кракеновской водянки сразу же на материнку. Материнка сейчас мне не понадобится, я уберу ее в сторону. Сфоткаю, наверное, разберу оперативку. И когда я уже буду собирать, о чем меня единственное попросил мистер меценат в разговоре, чтобы я радиатор повесил наверх. Я говорил сегодня об этом в начале видео. Я боюсь, что 25 плюс 25 – 50 сантиметров, что может так получиться, блин, что если я поставлю наверх, оно упрется вот в этот радиатор. И возможно, у меня не будет технической возможности поставить ее наверх. Поэтому я пока не знаю, как будет расположена помпа, поэтому помпу я пока ставить не буду. И я не знаю, как мне NZXT-шные вертушки к ней прикручивать, потому что я не знаю, в какую сторону будут провода, потому что, возможно, все-таки мне придется повесить ее вперед. Я обещал мистеру меценату, когда мы общались, что радиатор будет наверху, хотя лично я считаю, что если у вас горячий процессор типа 9700K, 9900K, 3950X, лучше радиатор вешать на морду, чтобы поступал на него исключительно холодный воздух, а не теплый воздух от видеокарты. В этом случае у вас будет больше нагрета видеокарта, но при этом будет остывать процессор. Карту эту я знаю, она ледяная и пофигу. Она, по-моему, до 80 у меня никогда не нагревалась. Это я говорю про 28 Super. 2060 Super еще холоднее. Находящаяся спереди радиатор от водянки, даст вашей карте, ну, давайте в худшем случае 10 градусов нагрева, но на самом деле где-то 3-5. В худшем случае 10 градусов нагрева, это если вы вскипятили просто процессор чем-то, просто его насилуете жестко, еще и разогнали, допустим. 10 дополнительных градусов для видеокарты, которая максимально греется до 70, пусть она начнет греться до 80, пофиг, зато прос будет холодный. А вот дополнительные 10 градусов для процессора, который сосет теплый воздух от видеокарты, это не есть хорошо, это троттл. Понимаете, о чем я говорю? То есть видяха у нас бы в любом случае осталась бы в рамках до троттлинга, а вот процессор, когда у нас будет видяха кучу тепла отдавать, не в этом случае, ребята, не в этом, 260 Super много тепла не отдаст, но в каком-то другом аналогичном случае при сборке я лично вам рекомендую вешать радиатор вперед. И я объяснил почему. Но каждый останется при своем мнении. Мое мнение строго субъективно. В этом плане оно строго субъективно. Так, поставим, наверное, тебя сюда на пакетик. Пока что помпа нам тоже не нужна, помпочку мы тоже куда-нибудь уберем в сторонку. И следующее, давайте, что мы сделаем, у нас жесткий готов, я собирался открыть оперативку. Откроем оперативку, откроем видеокарту, уберем все дело в сторону.
Откроем оперативку, откроем видеокарту, уберем все дело в сторону. И, ребят, будем распаковывать уже тогда системник. Так, хочу фотку. Пес, рано. Не знаю, что ты выпрашиваешь. Собака гуляет раз в 12 часов. Четко по расписанию. В промежутке с 11:30 до 1:30, в зависимости от настроения и загруженности хозяина. Времени нет даже 11:30, он прям просится уже. И это странно. Делаем фотку памяти. Так как у меня будет завтра утром еще время, да, может быть, ребята, я не буду этого обещать, но может быть, я попробую ее разогнать до 3600. Посмотрим. Это будет четвертый раз, когда я даю шанс микронам Едай попробовать разгонный потенциал на Интеле. На AMD они гонятся просто в лед. Но 3800 вы возьмете почти точно, 3600 вы возьмете с вероятностью в 95%. Это я вам гарантировать могу. На Zen 2, это важный момент. На Zen Plus из первом Zen, скорее всего, 3333, вряд ли выше. Зависит от того, насколько вам повезет с контроллером памяти в процессоре. На Интеле, я говорю, у меня вот товарищ, ну как, человек, администратор чата телеграмного, пульс-PC-шного. Заходите, кстати. Там достаточно уютненько у нас. Он разогнал на аналогичной конфигурации. Там была, правда, SROG Taichi, но это не сильно, я думаю, принципиально. Разогнал до 3733. Но я же попробую взять честных 3600, потому что в прошлый раз, когда я пытался брать 3600, это вот на том видео, которое сейчас находится на рендере, там все обломало глючная видеокарта, которая просто фризила и тормозила и зависала систему. Я думал, что проблема в памяти, а оказалось, что проблема была не в памяти, блин, а в видеокарточке просто бэушной, используемой в сборке. Поэтому я решил, что бэушная комплектуха – это, наверное, не мое, и я буду от нее просто уходить. Вот такая вот интересная упаковка асусовских карт, на которую я в свое время дико бесился, потому что не понимал, как она нормально открывается. Когда я понял технологию, сейчас я пошуршал кому-то в наушнике, когда я понял технологию, все, ребят, стало сильно проще, если честно. То есть на самом деле-то открывается она достаточно легко. И используется минимум всякого гадского поролона, исключительно картон. Это достаточно прикольно. ВКонтакте. Все нормально. Значит, никто особо не пишет. Серьезного ничего нет. Потому что серьезное обычно или в телегу, или в WhatsApp фигачит. Давай, коробочка, закрывайся. Давай. Хопа. Так, коробочка тоже у нас уходит в сторонку, потому что она нам больше не понадобится. И самое главное еще, ну как самое главное, важно еще снять, конечно, пленку. Ну, смотрите, 2,5 слота, огромный радиатор. Кто говорит, что дуалы горячие? Я вообще просто себе представить не могу. Может быть, человек, который вот эту вот заднюю защитную пленку не снял, блин, с кожуха сзади. Вот серьезно. Может быть, у него из-за этого тепло не отводится бэкплейтом, и из-за этого, соответственно, у него проблема с температурами. Но я вам могу, ребят, сказать, что дуалы очень холодные. Вот только они не сделали нигде такой, знаете, хвостик-засечку, чтобы я мог эту пленку снять. Но кто будет покупать дуалы, обязательно эту пленку снимайте. Потому что иначе у вас бэкплейт просто будет под одеялком таким полиэтиленовым находиться. Вот это делайте обязательно. Видите, тут ребристые решетки. Может, правда, люди не замечают этой пленки, ставят вид. Слушайте, а действительно, да? Потому что карта реально холодная. Кто может говорить, что она горячая? Человек, который вот эту пленочку не снял. У него вот здесь нет вывода тепла. И у него начинает там реально, ну, плюс 10 градусов наверняка, если эту пленку не снять. И он такой, Asus фиговый. А на самом деле чувак сам просто, ну, не очень. Понимаете, да, о чем я говорю? Щелкнем еще фотографию. Фотки, это здорово. Положим сюда. Так, наверное, вот эти вот винтики и все, что касается помпы, я бы сложил.
наверное, куда-то вот сюда вот наверх, чуть-чуть в сторонку. Бэкплейт тоже понадобится, USB-шник нам понадобится. Ну, я думаю, пора открывать корпус. Давайте, да, откроем корпус. Чуть-чуть тут тоже приберусь. Ну, влажность до 40 поднялась. Вот 40 дышать можно. Меньше прям плохо, ребят, носу. 45-50 вообще просто кайфец. Просто кайфец. Кайфедоний просто. Matrix Mesh. Конец 19 года. Очень популярный корпус среди гиков, среди тех, кто пытается разбираться в компьютерном железе или разбирается в компьютерном железе за счет сетчатой морды. Потому что до этого, ну вот скажем, 55-й простой, там морда стеклянная. Mesh 55-й сделали морду сетчатую. Ой, откуда ж ты приехал такой, грязюк-то, грязнули, все донышко прям грязное у тебя. Давай сюда. Так. Антистатический браслет, без заземления малополезный, но статику с корпуса вот так вот снимает офигенско, хочу я заметить. Хоп! Мне тут один написал, зачем ты, говорит, корпус бьешь? Я его не бью, я снимаю статику, чтобы меня током просто не жахнуло. Очень, кстати, сложно сказать эту фразу, не матерясь почему-то, я не знаю почему. Чтобы меня током не жахнуло, хочется прям ругнуться всегда. Это либо мое плохое воспитание говорит, либо я уж не знаю, одно из двух. Так. Ну вот он, красавчик, да, смотрите, корпус большой, офигенский. Ну давай, 10-й Android. Как обновился, начинает подглючивать. Все, он думает, что вот такая ориентация. Видите, где точка? Оп, вот надо вот так сделать, повернуть еще разок. Жду апдейта, ребята. Вы, конечно, молодцы, блин. Сделали какую-то фигню. Наверху сетка на магнитах. Класс. Стеклянное каленое стекло сбоку. Класс. Кнопки вот здесь. Мне не очень нравится. То, что он шатается, не смотрите, у меня тут стол состоит из двух половинок, и он чуть-чуть кривенький. Сам корпус ровный. То есть, если я его поставлю, скажем, вот сюда, он шататься, видите, не будет, он ровно стоит. Это у меня, я говорю, вот здесь небольшой скос есть. Вкл, перезагрузка, да, два USB 2.0, микрофон-наушники 3.0 USB-шка. Наверное, считается, что он будет стоять на столе, типа поэтому сделали интерфейсное здесь. Я больше люблю, когда они сверху, как в 50-м Матриксе. Мне вот кажется, что все-таки преимущественно системники стоят под столом, в ногах, а не на столе. В 55-м дошло до них, и они стали пленочку клеить на стекло, потому что если просто обычный 50-й взять и попытаться его без перчаток вот так вот голыми руками открутить, ребятушки, просто заляпайте моментально. Здесь стекло с обеих, по-моему, сторон. Да, с обеих сторон можно трогать руками смело. Проблемы нет. Так, я вот такую подушечку обычно беру и на подушечку вот так стекло кладу, чтобы оно не убежало никуда. Кожух полностью все закрывает. Здесь у нас БПшник будет. Сейчас я вам все покажу. Есть у него и минусы, конечно, за что я бы этому корпусу дал, наверное, все-таки... Минус, потому что достаточно большой и явно нужно снижать балл. Вот если бы они этот косяк убрали, я бы давал ему за свою стоимость прям 10 пантелеич из 10. А так я ему даю 7 пантелеич из 10, я вам расскажу сейчас почему. И в процессе сборки тоже укажу на этот момент. Сейчас снимаем тоже заднюю стенку. Не знаю, куда-нибудь вот сюда его положим. Купил, наконец, пуфики. Я не знаю, почему я до этого не покупал себе пуфы. Ребята, это великое изобретение. Могу вам сказать, как человек, который пусть раз в 3 месяца, но играет в PlayStation, сесть на диван, вытянуть ноги, положить их на этот пуф и сидеть же. Это просто кайф, ребята. Без пуфа ты не знаешь, куда деть ноги. Ты же не на стол же, за которым ешь, да? Хотя я так и делал. На пуф офигительно. Просто офигительно. Инструкция, как и чё.
Ну, по идее, вот по нашей инструкции мы можем поставить радиатор наверх 280, но туда реально входит 240-ки. Я очень хорошо знаю этот корпус, я даже вам показывать не буду, вот так покажу. Вот, 280 радиатор ложится. Тут больше, я боюсь, будет проблема в том, что вот здесь у нас. Ну, в принципе, я думаю, хватит. Да, вот, допустим, три пальца, да, это верхушка материнки, видите? Давайте проверим. Три пальца – это у нас две вертушки, потому что толщина вертушки – это толщина радиатора. Ну, по идее, мы нормально должны, видите, войти в радиатор с вертухами. Скорее всего, 90% что все будет окей, все-таки корпус огромный. Но имейте в виду, во множестве корпусов вы столкнетесь с тем, что радиатор наверх не войдет, даже если это ATX. Я не знаю, почему они так делают, серьезно. Есть Skiff и Ultra Slim. И у ID-кулинга есть 15-миллиметровые, когда целый сантиметр от вертушки отрезается, можете купить их, и тогда все будет здорово и классно. Но, насколько знаю, они только 120-е, 140-х таких, по-моему, нет. Итак, первое, за что я снижаю Пантелеичи этому корпусу, это за то, что вот эти провода, смотрите, они у нас находятся спереди, и они, что-то там болтается еще внутри, и они, видите как? Сейчас я морду сниму, покажу вам конкретнее. Я считаю это огромным недочетом такого офигенского корпуса продуваемого. Что все провода находятся спереди. Как я и говорил, во-первых, кнопки спереди, поэтому и провода, собственно, спереди. Во-вторых, ну это совсем не клево. Вот эта сетка, она всегда вздувается. То есть она как-то так плохо уложена здесь с завода. Ее надо подгонять под засечки вот эти. Каждый раз. То есть обязательно, если будете покупать 55-й матрикс, снимите морду и вот так вот ее хорошенько-хорошенько проверите, чтобы она во все пазики у вас входила. Потому что по умолчанию она в них не входит. То есть ее надо разгладить. Вот сейчас я ее разгладил, иначе вы, если повесите вот сюда вертушки, она будет потом шаркать лопасти, понимаете, да? За это я снижаю балл. Все остальное хорошо. Еще минус балл за отсутствие на вот этих вот посадках для хардов резиночек под жесткие диски. Это минус. Это реально косяк. Этим страдают многие дипкулы. Причем первые ревизии шли с резинками. Я не знаю, почему китайцы зажали резинок. Резинок сейчас нет. И еще один огромный минус. Огромный просто минус. Я вам сейчас прям визуально покажу. Это вы делаете сетчатую морду для того, чтобы сюда разместить, да? Вертухи, правильно? Правильно. Что происходит? Вы делаете карманы для 340-ок. Смотрите, раз, два, три. 340-ки сюда входят великолепно. Но что происходит? Если поставить вот так 340-ки, то вот эта вот фигня, вот этими вот винтами, шляпками и частью, ребят, текстолитовой подплаты задевает здесь край 140-й вертушки. Причем не вот этот уголок, который в принципе можно подкусить безболезненно, а вот примерно вот эту вот часть. И получается, что если у нас 340-ки, как вот в данном случае, их нельзя размещать снаружи. Мы вынуждены будем вешать их внутри. Но для того, чтобы повесить их внутри, я хочу, чтобы одна 140-ка дула на хард. Видите, что будет? Мне придется вот эти вот щели колхозить хомутами, потому что сюда не пролезет ни один саморез. И часть воздуха снизу забираться вертушкой не будет. Это не страшно, это не критично, но это плохо. Вы взяли офигенный каркас, да, 55-й или 50-й, и наколхозили, вот здесь накосячили вот этот вот, ну, позор. Deep Cool. Моё. Серьезно. Такой офигенный корпусняк с хорошей сеточкой, просто, и такой косипор. Я вам точно, ребята, говорю, 320-ки вы можете поставить, и то, кстати, есть вероятность, что в 120-ки вот эта фигня упрется тоже. Но 140-ки точно нет, потому что вот ты ставишь, и вот здесь вот оно, вот прям вот эту вот область оно закрывает, оно требует вот здесь свободного пространства, вот здесь. Задевает аж две вертушки, это очень плохо, это огромный недочет, но при этом корпус все равно офигенный. То есть, ну, чуть-чуть, да, повесим вниз, да, будет внизу два хомуточка, ничего страшного, уже делал много раз, никак ни на что не влияет, ни на вибрацию, ни на чего. Фух, ребят, корпус разобрал, про косяки рассказал. Вот три Пантелеича я снизил, так бы было бы 10 из 10.
Пока ни один корпус 10 Пантелеич у меня не заработал. Делаю маленький перерыв, для меня это будет пауза, для вас нет. И поехали. Все, пауза, перерывчик есть. И давайте с вами установим жесткий диск. Вот как раз я вам покажу про отсутствие резинок. Я все никак их не зайду, не куплю. На самом деле, вибрация очень нечувствительная. То есть ее, чтобы услышать, нужно прям обнять этот системный блок, да, и вслушиваться. Поэтому можно, в принципе, их понять. Но почему бы вот здесь не сделать маленькие резиновые такие шняжечки, я, честно говоря, не понимаю. Это правда. Где вы там зажали? Где вы сыграли? Чего вы такие жаденькие? Ну, чуть-чуть вот, да, чуть-чуть сделайте. Я постоянно это говорю, на самом деле, Дипкулу в своих видосах. Но Дипкул меня не слышит. Я сейчас начну их тегать. Может быть, по тегам они как-то выйдут. Но Дипкул точно подписан на мой канал. Официальный российский Дипкул. Вопрос только в том, смотрит ли там СММщик, да, который, в принципе, ведет. Это же не технари смотрят. И не генеральный директор Дипкула, китаец, сидит и смотрит там с субтитрами на китайском языке. Конечно, нет. Это смотрит СММщик мест. Ну, или представитель, может быть, компании. Вот если смотрите, дайте им знать. Это косяк, ребят, правда. Ну, что это такое? Ну, просто 4 маленькие грязиночки. Ничего, сейчас вышел 55 Mesh V4, по-моему, если я не ошибаюсь. Какой-то новый, в общем, Дипкул выйдет. Тоже с сетчатой мордой, но он посимпатичнее, во всяком случае, на фотках предрелизных. Естественно, для того, чтобы прямо ценить его, надо будет в руках подержать, покрутить и собрать в нем комп. По-другому корпусу ценить тяжеловато. Потому что нельзя раздавать Пантелеичи налево и направо просто так. Надо, ну, конкретно понимать, за что ты там оцениваешь. Ну вот я пока про него ничего сказать не могу, только смотрел фотографии, ну и читал проплаченные обзоры, естественно, от лаборатории, знаете, когда даже не обзор, а просто краткое описание, типа вот корпус, компания такая-то, умеет то-то, то-то и то-то, вот типа все берите, клево ждем. Ну, такой пресс-релиз, я это называется, я не знаю уж точно. Все, значит, первый хард готов, опускаем вниз. Ну то есть как первый хард, первый, скажем так, товарищ, который появился вообще у нас в системнике, это жесткий диск. Все, таким образом он ставится очень просто и легко. Следующее, что нужно установить, это блок питания. Учитывая вот эту всю кипу проводов. Почему блок питания идет следом? А потому что нам надо будет протянуть доп. Питания, воткнуть, поставить материнку, а после материнки мы будем уже с вами, ребят, устанавливать радиатор и помпу. Вот, но сейчас поставим блок питания. У блока питания где-то были штатные 4 винтика. Вот они вот здесь, я их точно помню, что я сюда складывал. Когда часто делаешь одну и ту же монотонную работу, уже складывается потихонечку некая моторика, да, действий. Берем, значит, 4 штатных винта. Ну, какой хороший магнит. Опять перчаткой зацепил. Я люблю ввинчивать вот так, ставлю на морду и ввинчиваю. Ой, я сейчас понимаю, что надо было начать все-таки с вертушка. Вот я, кстати, пропустил как-то этот момент с вертушками. Сначала лучше в пустой корпус, ребят, ввинтите вертушки. Потому что вертушки проще ввинчивать, когда у вас ничего в компе нет. Когда у вас уже есть материнка и прочее, вы, скорее всего, вообще не сможете этого сделать, потому что надо изнутри часто лезть. Не в случае 55-го меша, в случае 55-го меша вы все будете делать снаружи по той простой причине, что я уже объяснял, что нельзя 340-ки поставить, да даже и 320-ки могут глючить. Я, по-моему, как-то даже пробовал, ставил 320-ки, и они все равно упирались в эту, мне пришлось 120-ки уголок отламывать, тогда все вошло. Ничего страшного, в отломанном уголке у 120-ки нет, но, во-первых, теряется эстетика, во-вторых, все-таки это колхоз. И, блин, ребята, ну что же вы такую офигенную базу так сильно запороли? А сейчас мы с вами будем делать что? Мы с вами берем первую 140-ку, естественно, она будет дуть на жесткий диск и внутрь корпуса, да, мы не выдуваем вперед, это зашквар. Это неправильно, да?
И для того, чтобы 340-ки вошли, я вот уже это делал один раз, сделаю сейчас еще раз. Мне нужно вот таким образом протянуть хомуток. И помню, что я его в прошлый раз, по-моему, кидал через вот это вот. Через вот это отверстие. Здесь моя задача просто, чтобы он не болтался. Мне не нужно его прям колхозить с мясом. Да, мне его нужно вот так вот зафиксировать. Уж дальше я все равно двумя саморезами это сделаю. Поэтому, ну вот, вот так вот это будет выглядеть, да. Не очень красиво, но в любом случае мы все закроем глухой крышкой, и этого все равно не будет видно. Особенность корпуса, ничего не поделаешь. Ну и отказываться от 140-ки, да, нижней тоже совсем не хочется. И вот сейчас я понимаю, да, что я вентил уже жесткий, а второй хомуточек-то надо было как раз оттуда и принять, блин. И вот тут я понимаю, что я немного накосячил. То есть последовательность действий нарушил. Потому что я вот эти вот приколы, да, с хомутами начал делать буквально вот не так давно. И теперь мне, чтобы его вывести, этот хомут, во-первых, мне непонятно, куда его вывести, потому что тут глухая стенка. Да, вы знаете, наверное, вот в данном случае я его оставлю просто на трех контактах. То есть у меня будет наверху два самореза вот здесь держать, а здесь один хомуток будет поддерживать. В любом случае вибрации не будет точно, потому что здесь я хомут просто нигде не пропущу. Я вспомнил, я точно так же, по-моему, игнорировал и в прошлый раз. Либо я, конечно, могу вот так протянуть. Нет, не могу, там глухая стенка. Все. Сам собой поговорил. Сейчас я найду саморезы, которые шли с арктиками. Все-таки люблю использовать все родное. Если шел этот саморез, пусть будет этот саморез. Не могу объяснить, почему. Какая-то, знаете, вот у меня такая. Хотелка, что ли, как правильно сказать. В принципе, уже даже на одном саморезе и хомуте держится нормально, так что абсолютно, я говорю, ребят, ничего страшного в том, что мы один хомуточек там не зацепим, не будет. Давай. Оп. Это вот сборки. Я все-таки утром люблю больше собирать. Ну как утром? Днем. Когда ты встал, попил кофейку, да, расслабил мысли, музычку включил и погнал. Тут вот прям так вышло, что вечером, и все. Все, затянул. Прям по максимуму затянул. Где мой бокорезик маленький? Вот он. Хоп. Ну все, отлично. Крутится. Главное, чтобы он не задевал металл. Металл он не задевает. Все, отлично. Ставим следующий. Вот за что мы Пантелеичи и теряем дипколы. Пантелеичи, я же говорю, просто так не раздают. Этот я провод прокидываю прям там вдоль, я чувствую его руками, я знаю, что это он, потому что я, ну, во-первых, делаю это достаточно часто, во-вторых, в смысле, что это, в смысле, сборку компов. Во-вторых, я прям прочувствовал, как я его там пропустил между стенкой и первой вертушкой. Сейчас затяну два винта. Вот он минус этих перчаток тряпичных начинается. С резиновыми такой фигни нет, но они, конечно, не такие удобные. То есть резиновые перчатки это благо при сборке, но с тряпичными все-таки чуть-чуть удобнее. Слишком низко опустил. Надо было чуть-чуть повыше, буквально на миллиметрик, чтобы они друг в друга не упирались.
Ну, 340-ки тут входят практически впритык, поэтому не делайте сильно большие щели. Если кто смотрит этот ролик как пособие по сборке в этом корпусе с аналогичным железом. А на самом деле смотрят многие. Поэтому, ребята, ну вот не делайте большого разрыва между ними. Видите, у меня разрывчик буквально с краешку миллиметра. И то я бы даже чуть-чуть бы сейчас ослабил. Все-таки подопустил бы немножко вниз. Как-то вот так подровнял бы. Вот это я сейчас притянул к железу, и вот этот звук был, это когда лопасти задевали железку. Они, видите, достаточно мягкие железки эти, поэтому, когда ты колхозишь, то сделаешь уже не спереди, потому что, блин, дипкул накосячили, ты вынужден... ходить по острию ножа, да, ходить по краю, типа на грани быть. Но опять же, проверено многократно. Сетчатая морда – это благо. И даже учитывая вот эти вот небольшие косяки, в итоге все охлаждается прям очень хорошо. Поэтому Deepcool, конечно, все же красавчики. Учитывая стоимость, опять же, этого корпуса. То есть, если бы я его там купил за 8 тысяч, да, например бы, и столкнулся бы вот с такой фигней, я бы сказал, ну, ребята, ну, это просто позор. Но когда корпус стоит меньше 3, при этом он большой, вместительный, дает тебе возможность там размещения любого железа, ты думаешь, ну ладно, я такой косячок могу простить. Хотя, конечно, если бы его не было, было бы ну просто офигенско. Но корпус и так прекрасно продается. Да что ж такое? Не крест-накрест начал, но просто потому, что я хочу вот так вот его покрутить. У меня там капризная, видите, попалась железка. Блин, все, не могу больше. Я сниму перчатку с левой руки, это просто пипец. Извините, ребят, но просто сил уже нет. Вот простое движение сделать нереально. Жесть. Так. Вообще, как правило, когда копаешься с корпусом, стекло уже можно не трогать. Железо особенно не трогаешь. Перчатка уже не так нужна. Вот опять, мне кажется, я ее сильно вниз притянул. Да, сильно вниз просто притянул, надо было чуть-чуть повыше поднять. Поэтому и саморезиком не мог задеть. Оп. Все, готово. Ага, видите, что происходит, да? То есть мы задеваем все равно железку вот эту вот и получаем вот этот шорох. Чуть-чуть ее отгибаем, все, шороха нет. Но металл мягкий, поэтому чуть-чуть вот так вот раз. И все, никуда он не денется. Он потом обратно ложиться не будет. Можно чуть-чуть ослабить, потому что затянул я прямо от души. Вот буквально, знаете, на 0,1 оборота. Ну и снова вспоминаем Deepcool, говорим им большое спасибо за то, что они вот так вот классно продумали эргономику. Офигенно крутого корпуса. При всем, ребят, при этом корпус офигенно крутой. А у меня руки откуда? А у меня руки оттуда. Поранился нафиг я. Винты. Внутри вижу. Вот еще один.
Думаю, остальные, если найду. Это нормально, у меня под столом я часто. Пылесосишь до сборки, пылесосишь после сборки, находишь винтики. Пантелеич рукожоп, как говорится. Все, теперь можно вешать обратно переднюю морду, хотя морда-то всего одна, поэтому называть ее передней некорректно. Но поделать с этим ничего не можешь, потому что почему-то так говоришь достаточно давно. Вот это вот мы кинем, я помню, в верхнюю, а вот это, по-моему, во вторую сверху, USB 3.0 у нас идет. Такая вот особенность, ребят, прокладки проводов. Ну, хоть убей вообще. Нет, стоп. Все, я вспомнил. Здесь нам придется еще сделать вот так. Кто тоже будет собирать, имейте в виду. Вот так аккуратно надо провода вытянуть. Пустить их вдоль стенки. И тогда они пролезут в эту щель нормально. В противном случае, опять же, они должны идти в ту щель, которая у нас под вертушки. Вот теперь все крутится хорошо, видите? И выглядит, в принципе, эстетично и красиво, потому что все закрыто, ничего не видно. Но если вы возьмете, например, вертухи с подсветкой, вы, конечно, так сделать такой финт не сможете. И даже если вы их будете отламывать, будет уже некрасиво, потеряется эстетика. Теперь, когда я помню, что они больше не фиксируются винтом, и вот здесь вот оно у вас не закрывается, то есть просто... Очередной аккумулятор ушел, тоже пошел на зарядку. Фух. А я говорил о том, да, что вот здесь вот эта вот заглушка, она просто не заходит, ей ну реально физически не дает этот самый... крепление проводов. Почему блок питания идет раньше всех, как я и говорил? Потому что вот этот кабель надо протянуть сначала, потом можно ставить материнку. Пока что все вот это вот дело я кину, наверное, куда-нибудь вот в этот карман. Хотя бы так, знаете, чисто колхозно. Перевернем. Перевернем, поставим бэкплейт. И установим материнку. После этого будем вешать СВОшку. Точнее, радиатор. Радиатор жидкостного охлаждения. Так, где-то она была здесь заглуха. Вот она лежит, прям смотрит на меня. Я ее ищу, копаюсь. Капризный бэкплейт какой. Бывает такой вот бэкплейт, который все никак не входит. Надо прям его вдавить. Обычно такое происходит, когда тут висит 120-ка. Сейчас даже без 120-ки, так, знаете, туговато прям входило. Но вошло. Так, смотрим расположение винтов. У нас не полноформатная TX, чуть-чуть обрезанная TX. То есть все винты ввинчены ровно так, как нам и нужно. Поэтому можно брать материночку. Ставим питание, ввинчиваем ее на все винты. И после этого будем разбираться с радиатором жидкостного охлаждения. Вот сейчас она немножко ниже, чем должна быть. По бэкплейту так не получилось корректно установить с первого раза.
Вообще пора на самом деле владельцам, вот сейчас, мне кажется, уже гораздо лучше, вот сейчас прям ровненько. Владельцам вообще матерей пора уже, материнских плат, пора уже потихонечку уходить от бэкплейтов, как, в общем-то, и делают многие производители. Так, пошел центральный винтик. Я так придерживаю, чтобы она прям ровно встала. Оп! Ну-ка, давайте проверим. Ну все, смотрите, впритык, да? Радиатор плюс водянка. Она бы, кстати, даже по высоте, между прочим, не стала бы мешать. Даже если бы она была ближе, она бы не стала мешать по высоте. То есть, в принципе, зря я переживал. Все нормально входит. Ура, ура. Это приятно. То есть, не придется ничего колхозить, не придется ничего кошмарить, учитывая, что я еще и 140-ки уже на морду повесил. Ну, наверное, потому что я уже до этого замерил и такой сам себе говорю, типа, чувак, все будет нормально, не переживай. Так, не по резьбе идешь, не по резьбе. Опять не по резьбе. Что ж там за стойка-то такая капризная? Давайте-ка этот винтик винтим куда-нибудь вниз, потому что что-то он какой-то капризулька, не хочет в ту стойку входить. Не подружились они. Сейчас в эту стойку попробуем уже какой-нибудь другой винтик. О, это сразу по резьбе пошел. Как так? Да, по резьбе. Хорошо. Хорошо. Все, материнка установлена. Доп. Питание. Ну, то есть питание процессора, либо доп. Питание, как его принято было раньше называть. Подключено. Смотрим по бэкплейту. Чуть-чуть ниже. Вот. Все нормально, ровненько. Она там чуть-чуть, видимо, загнулась об этот. Бэкплейт ровный. Можно вешать радиатор. Так как радиатор у нас будет сверху, я теперь знаю, как у нас будут стоять вертушки на радике, то есть они будут стоять вот так. Но сейчас надо примерить, как будет стоять сам радик. Ну, я думаю, надо еще фотку сделать общую рабочего процесса. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Я пока не снимаю кожух, потому что я пока что не знаю. Я бы хотел сделать, наверное, вот так. Объясню почему. Потому что, во-первых, так я поставлю помпу, ну, типа правильно, надписью вперед. Во-вторых, все вот эти вот провода, которые я подключу к помпе, я смогу вывести вот туда. Единственный минус такой установки, знаете, в чем? В том, что гипотетически помпа может помешать будущему первому модулю. Поэтому по-хорошему, учитывая, что вот здесь будет видеокарта, можно вообще было бы ее поставить вот так. Помпу можно крутить как угодно, и если я вот таким образом закручу провода, у меня, во-первых, смотрите, что будет. У меня будет спокойно место вот в таком вот виде для видеокарты, для задней вертушки, да, которая будет стоять. Но единственное, что у меня провода уйдут вот здесь, но я их смогу справа вот в эту вот щелку вывести спокойно, вот в эту вот щель. У меня всегда проблема с тем, как расположить помпу, я всегда примеряю, смотрю. На самом деле, если даже корректно ее поставлю, вот просто корректно, вот так, она, смотрите, она на этой материнке не задевает модуль памяти. Я вам покажу. Нет, задевает. Задевает. Но, а мы сейчас проверим по высоте, кстати. Вот, прям даже так сделаю. Я очень не люблю ее крутить, я не знаю почему. Я даже писал в NZXT и говорил, здравствуйте, ребята, типа, все дела. Слушайте, ну на самом деле высота такая, я все равно термопасту эту буду стирать. Давайте сейчас вот примерим. То есть вот я поставил помпу. Поставил, допустим, и прижал. Ну вот видите, нормально. То есть модулю она не мешает.
Если даже здесь гипотетически когда-то будет стоять модуль, она ему не мешает. И как вы видите, да, что происходит? Вот она, штатная термопаста, она практически не задевает процессор. Хотя вот так она и должна быть установлена. Все, то есть вот так раз ее ввинчиваешь. Я вот сейчас сильно ее прижимаю рукой, чтобы понять по высоте, у меня еще туда полпальца входит. Прижима практически никакого, паста практически не задевает. Ну все, тогда вот таким образом я ее и ставлю. Оставлю помпу, как она есть. Чуть-чуть вот так мы поближе подвинем сам радиатор. Чуть-чуть приподнимем трубки. Здесь тогда у нас нормально будет крутиться вертушка. И вот эти вот все провода, которые пойдут отсюда, мне не придется их колхозить. То есть в теории, да, о чем я сейчас рассуждаю? В теории я бы мог сделать, например, вот так. Вот что я пытаюсь сделать, это вот так. Смотрим, да? Эстетично, прикольно, никому не мешающие провода, все дела, да, помпа перевернута. Нормально смотрится? Нормально. Но что будет в этом случае? В этом случае у нас провода, которые идут от помпы, а их, поверьте мне, дофига. Они бы пошли у нас отсюда снизу, их бы пришлось прокидывать куда-то туда. Блин, я вот сейчас, кстати, смотрите, я сейчас прикинул, и мне так даже больше нравится. То есть, давайте я сейчас модуль уберу, чтобы он не мешался. Сейчас вам покажу. Все время я колдую. Каждый раз, вот как я, короче, не собираю компьютеры с водянкой, все время думаю, как же помпу разместить, как же помпу разместить. То есть, если я, грубо говоря, размещаю вот таким образом, смотрите, как, во-первых, красиво, да, это все смотрится. Эстетически, опять же. То есть, эстетика сохраняется прям хорошо. У нас ни трубки никуда не гуляют, ничего у нас никуда не уходит. Мы памяти вообще не мешаем, и мы вообще не мешаем задней вертушке. Наверное, я так и сделаю. Все, прям решил. А вот эти провода, которые я подключу потом к помпе, я их, ну, куда-нибудь там придумаю, куда их деть, в общем. В общем, вот. Все. Сам с собой поговорил, и решение я принял. То есть, получается, я переверну и поставлю вот так. Ну да, просто в перевернутом виде. Значит, мне нужно вертушки ввинчивать вот так, потому что будет все вот так. Все готово. Отлично. Теперь мне нужно ввинтить вертушки в саму помпу. Я, конечно, не знаю, ребята, кто вот сейчас на стриме это смотрит. Я просто вообще себе представить не могу, как вы вообще выдерживаете такое, или кто смотрит вот это все от и до, все мои вот эти бубуканья. Ну, ребята, блин, я уже говорил, вы прям тогда супергерои вообще. Так, шайбочки у нас используются в любом случае, поэтому берем и начинаем ввинчивать. Реально, перевернутая помпа будет лучше, и она зачастую, кстати, во многих корпусах, я уже вот просто по себе знаю, она, ну, правда, как-то лучше. Знаете что, я, наверное, вторую перчу тоже сниму, потому что пока, я говорю, мы не трогаем особо ни стекол, ничего, и стекло у нас защищено с обеих сторон. Как бы эстетика старта, всю комплектуху я уже не трогал, все, что осталось, это водянка. Вот сколько я ставлю кракены, помпа в перевернутом положении всегда встает лучше, чем помпа в штатном положении. Ну, за редким исключением. То есть были несколько моментов, когда я ставил ее штатно, и она смотрелась гармонично и хорошо. Но вот в перевернутом как-то, я не знаю, подходит больше, что ли. Ну, естественно, я сейчас ставлю вертушки таким образом, чтобы они дули на радиатор. Радиатор повесим наверх, и тепло будет уходить тоже наверх. А интерфейсные провода посмотрим. С термопастой, я вам говорю, такая фигня с кракеном почему-то всегда. Вот сколько раз я его не покупал, плохая штатная термопаста. Нет прижима, и все. Может, конечно, если я ввинчу прям со всей дури, прижим там появится посерьезнее, но, как правило, ребята, нет. Потом смотришь, температуры бешеные. Если термопасту эту снять и нанести, ну, что-то другое, да, то все хорошо прям с температурным режимом. Кракен – это единственная водянка замкнутого типа, которая безо всяких проблем справляется с 99.00K. Без тротлинга в 95-м прайме.
Опять же, я не беру повседневные задачи или тест 64-й АИДы, да, которые достаточно слабо нагружают процессор. Я говорю про зверский нагрев. То есть, если ты отправляешь компьютер человеку в другой город, ты должен быть уверен, абстрактный ты, то есть в данном случае я должен быть уверен, что он уедет, приедет и будет работать безупречно. В противном случае какой смысл? Так, беру спиртик изопропаноловый 99,7 безводный. Чуть-чуть протру крышку процессора, потому что я ее там уже покошмарил немного плохой термопастой. И вот сейчас покажу, как она здесь снимется. Смотрите. Вот она, видите, что с ней? Она сухая просто. Вот разве можно было такое оставлять? Она реально высохла. Это не термопаста, это просто термо, не знаю, звездка. Я предполагаю, что это из-за фигового хранения Кракена, потому что вот он лежит где-нибудь там на складе, да, и хранится плохо. Все, пусть выветривается. Она прям даже снимается плохо, даже со спиртом. Представляете, как? Все, тут спирт как раз выветрился. У меня есть такой. У меня есть вот такой набор термопаст. Я использую, как правило, либо от Cooler Master, либо от Artwolf. Последние разы я использую от Artwolf. Паста хорошая. 11 перформы. Вот такой вот горошинки хватит. Можно оставить горошинку. Но я вот что-то как-то по своей привычке какой-то люблю пасту размазывать. У меня есть такая вот лопаточка. Я люблю, когда она ровным, тонким слоем. Ну, самое главное, по центру размазать, да? Температуру я в конце скину обязательно. То есть я, когда заканчиваю видео, если я не досниму это на камеру, все разгоны там, все тесты, да, в конце, праймовские там и так далее, то я как минимум оставлю фотографии тестирования, потому что тесты я провожу всегда на все сборки. И в этом случае тоже будет обязательно тест, вы обязательно увидите, какие температуры. Но я, в принципе, знаю, 9700K, скорее всего, нагреется на Кракене до 88-92, примерно так, в зависимости от температуры в моей комнате. Все, вот так вот я размазываю, слой очень тоненький, но его будет достаточно, потому что прижим Кракена хороший. Слой реально очень тонкий, как вы можете видеть. Так, ватку я выкинул. Ну ладно, я потом с ним разберусь. Вот у меня еще одна ватка есть. Видимо, я уже стирал пасту ей тоже. Все, до свидания. И теперь давайте можно. Так, помпу, наверное. Да, начнем, наверное, с помпы. Все. И сейчас я покажу, почему. Почему я. О чем я говорил? Вот эта вот кипа проводов. Это часть того, что будет у нас болтаться от помпы. Понимаете, да? То есть проводов будет реально дофига. Вот это первая часть, вот это вторая часть. USB-шный провод. И это все желательно, да, нам как-то так положить, чтобы увести за пределы видимые. То есть у нас все будет вот так и вот так. Правильно же я посмотрел, да. Вот так. Соответственно. Вот этот у нас USB-шный уйдет сюда. Вообще, в принципе, я думаю, я все провода постараюсь убрать именно в этот карман. Здесь у нас саташник, которым питается помпа. И три вот таких товарища. И один проводок-заглушка.
Я его как раз воткнул в All-in-One Pump 2-амперный на материнке. Так, нет, провод в термопасту не надо. И провода еще новые, непослушные, и с ними вот всегда вот этот геморрой. Но это надо сделать один раз. Это не так страшно, это не так сложно. Вообще установка помпы, она вроде и простая, но когда ты хочешь делать, чтобы еще эстетика какая-то сохранилась. И вот видите, что получается? Получается, что эти провода, их вообще некуда деть. То есть они просто такие гады. Но я их, ладно, я их потом с обратной стороны вытяну, и они у меня все туда уйдут в любом случае. Их причем даже ни за что не спрятать, не подогнуть. Вот они эстетику портят сильно. Учитывая, что у нас тут стекло, может быть, есть смысл вот так их даже прокинуть под ножкой и провести вот туда. Кондёр тут растет, блин, один. Кондёра бы не было, еще было бы проще. Но в целом норм. Вот так они у нас уйдут. Про температуры не бойтесь, там не будет такого дикого нагрева, чтобы с проводами что-то случилось. Там рассеивается на текстолит практически ничего. Поэтому не страшно абсолютно. И вот так вот это дело сейчас мы будем зажимать. Так, пока я временно отключу, я примерно, точнее... Отстегну его, я примерно уже понял, куда он и как. Вот это дедовское бормотание, ребята, прошу мне простить, потому что я практически озвучиваю свои мысли. Так, вот это, так, сюда, вот это сюда, вот так вот сейчас подключу. Все, и теперь надо хорошенько просто все это дело затянуть, чтобы с обратной стороны оно тоже подтянулось. Некрасивый, да, шмат проводов. Разумеется, он некрасивый, но а что поделаешь. Главное, чтобы они никуда там нигде не зажались и чувствовали себя, ну, более или менее свободно, эти провода. Все, помпа стоит сильно, помпа стоит плотно, это ощущается. И за помпу приподнимается корпус, как мы видим, значит, все в порядке. Провода загнутые, и все они уйдут у нас вон туда. Ну, то есть, в целом это будет выглядеть вот так. Уже не так страшно, да, когда все провода ушли куда-то назад. Ну, и последние провода, которые надо увести назад, это два вот этих провода от вертушек. Они тоже уходят туда у нас. И только потом кладем радиатор. Если вы сначала повесите радиатор, то вы потом эти провода вообще никогда, ребят, не протянете. Проверено многократно уже. Ну вот, видите, он ложится. Ложится на радиатор. Но я просто думаю, что мы сейчас его вот здесь прикрутим. Ну да. Он на него ложится, но я могу его, видите, тут я могу регулировать. То есть мышь хорош тем, что я все-таки могу немножечко подкорректировать расположение радиатора. Но у меня, по-моему, тут другой прикол. Он упирается в передний кулер, в верхний кулер 140-ку, и мне его по-хорошему чуть-чуть бы туда еще протолкнуть, а он все. Он уперся. Нет, не уперся, нормально. Сложно все делать вслепую. И это, ребят, в корпусе, где дофигища места. Напоминаю вам. Да, он, получается, частично ложится на провод питания процессора. Надо просто его вот сейчас хорошенько загнуть.
Видите, да, что происходит? То есть он в любом бы случае на него ложился, что бы мы ни делали. Поэтому мне нужно просто найти сейчас баланс, чтобы я не сильно давил. Я просто на ощупь там вот чувствую, что где я могу чуть придавить, а где нет. Но в целом я понимаю, что я могу все привинтить, но мне надо найти правильное положение. Будьте готовы к таким сложностям при установке СЖО. Причем я сейчас просто проведу эксперимент, да, если, допустим, я бы сделал все-таки, как я сначала хотел, я бы все равно, наверное, да, ложился на провод питания процессора или нет, который я не учел с самого начала. А вот нет. Так что придется мне помпу перекрутить. Видите, я как бы придумал классную штуку, но получается, что нет, что вот так вот у меня просто все впритык, но оно хотя бы не мешает питанию проца. А если я сделаю так, как я хотел, ну типа изначально, да, в этот раз, то у меня, как вы видите, оно ложится на питание процессора. Вот этот момент я не учел. Потому что конкретно такую сборку я не собирал. Поэтому все придется сейчас вывинчивать и все перевешивать. Все-таки в изначальное положение. Но с другой стороны, это даже хорошо. Мы повесим помпу корректно и проводами наверх, и не придется вот этим колхозингом заниматься. Тоже хорошо. То есть хотел сделать чуть красивее, но не вышло. 7 раз отмерь, как говорится, 1 раз отрежь. А если сильно придавишь, ну черт его знает, еще этот коннектор выломаешь нафиг на материнке, и будет вообще не круто. Так, 4 винта. Поднимаем. Вот видите, как термопаста размазалась? Так, как полагается, блин. А для того, чтобы мне все переставить, мне нужно перекрутить вертушки, потому что они у меня на радиаторе сейчас таким образом расположены, чтобы... Ну, в общем, в другом положении. Мне сейчас придется их все выкрутить и перекрутить. Обычно я не мучаю зрителя, но в этот раз, наверное... Стараюсь сделать все максимально честно, как обычно. Сказывается вечер в том числе, да? Когда тупишь, ну да, вечер наступил, типа того. То есть мне их нужно вот так вот перевесить. Вот на 100% ты можешь быть уверен только в том конфиге, который ты уже неоднократно собирал. То есть конкретный корпус, конкретный охлад, конкретная материнка, конкретные вертушки, конкретные модули памяти. Потому что бывает, что память высокая, опять что-то не входит, понимаете? Но конфиги компьютерные, как правило, всегда разные, потому что... Один хочет RGB, второй не хочет RGB, один хочет один корпус, второй хочет другой корпус, третий хочет такую-то материнку, четвертый хочет такую-то память. И вроде бы как ты думаешь, да? Огромный корпус Matrix Mesh. Огромный, продуманный, продуваемый Matrix Mesh. Все должно быть хорошо. Но начинаешь собирать и понимаешь, что 140-ки вперед повесить нельзя. То есть, представляете себе человека, да, который вот первый раз, допустим, купил себе этот Mesh, первый раз в нем собирает и вообще не знает этих приколов. Он же просто накосячится весь.
То есть он повесит 140-ки вперед, у него крышка закрываться не будет. Потом он, ну, допустим, захочет повесить так, как я, помпу, да, проводами налево. Скажем, у него другая материнка, где шаг оперативки чуть-чуть ближе к сокету. И он подумает: окей, я сейчас, короче, сделаю трубками направо. И что выйдет у меня? Что у меня получится? У меня получится, значит, такая фигня, что я сделаю трубками направо, а у меня память не войдет. А ему, допустим, 4 модуля надо поставить. Ну, я просто гипотетически рассуждаю, да, что может быть. Начнет вешать, как я. У него упрется в это, в питание. И вот эти вот косячки, они, вот сколько опыта не имей, да, все равно никогда ты же не можешь миллиметр в миллиметр все рассчитать. Да и как бы и смысл, да, если перевешивать помпу, там, ну, реально, вы сами видели, меньше 5 минут, наверное, это заняло. Конечно, электроотвертка в помощь, но все же. То есть я достаточно быстро это сделал. Теперь смотрите, как классно у нас сразу наверху идут все провода. Единственный провод, который у нас не сможет уйти наверх, это вот этот, но я его, скорее всего, вот так вот сейчас замотаю просто. Еще, наверное, разочек. Вот так. Так, хорошо. Все, эти провода мы туда уберем, и тут в видимой зоне вообще ничего не останется. И как мы уже проверили, если человек захочет добавить память, он сможет это сделать вообще легко. Просто вообще безо всяких заморочек и проблем. А, еще, да, у человека, вот, допустим, что может быть? С термопастой. Купил он Кракена, думает: о, классно, какая офигенная помпа, у меня паста нанесена. Ставит на провод. Она сухая. Температуры не те. Кракен плохой. С материнки не снимет защитный какую-то пленочку с задней стороны, помните? Скажет: ну все, и Asus меня подвел. Все плохо. Все плохое. На самом деле просто нюансы, ребята. Так, не вижу, света не хватает. Вот так. Просто по памяти уже воткнул. Ориентацию помню, вверх-вниз. Сначала подумал, что мой мозг меня обманывает, но нет, мозг меня не обманывал. Мозг был прав. Как обычно. Все, все провода ушли туда, все провода ушли туда. Помпа стоит плотно. И теперь пробуем дубль 2. Спина устает, конечно, вот так вот, знаете, в полунапряженном состоянии. Ну, еще, опять же, говорю, под конец дня. Итак, проверяем. Вот сопли уже не так красиво, да? Теплотрубки, точнее. Уже не так красиво будут разложены. Но, смотрите, у меня хотя бы я реально просто попадаю в этот. Видите, я не ложусь на питание процессора. То есть я сейчас максимально близко к морде попробую привинтить. Вот так, наверное, да, я сделаю. Максимально близко к морде, это значит... Чуть-чуть поцарапал эту радиаторку. Но ничего. Это, наверное, вот так. Ладно, надо начать потихоньку прижимать. Тоже, естественно, через шайбочки я буду это делать. И уже надо пёселя пора вести. Сейчас это, прикручу радиатор и, наверное, сделаю себе тоже перерыв. Выйду, как раз подышу. Бородок хороший помощник в сборке компьютера, когда отвертку надо вот так поджать. Ну вот я на два винта поставил. Смотрите, я чуть-чуть давлю на радиатор, вот этот вот, на верхний, чуть-чуть, но он к плате прижат плотно.
Вот так вот надо было освободить этот радиатор оттуда. Освобождаем его из-под вертушки, чтобы он здесь свободно себя чувствовал. Лопасти не задевают. Мы не задеваем питание процессора. И я думаю, что вот здесь я вертушку повешу тоже, и тоже мы ее задевать не будем. Ну вот с видеокартой, конечно, посмотрим. Если вот этот у нас умеет становиться X16, то я видеокарту поставлю ниже. Если он не умеет становиться X16, то оставлю ее в верхнем слоте. Но тогда трубки, может быть, где-то вот здесь просто хомуточком вот так вот застегну, чтобы они вниз не падали, чтобы они друг за друга держались. Как-то, может быть, вот так вот я это сделаю, чтобы они реально не гуляли по корпусу. Посмотрим. Но вот если будете аналогичную сборку, ребят, собирать, освободите обязательно верхний радиатор, чтобы на него не давила вертушка. То есть надо так поставить радиатор, чтобы потом вы могли, точнее так поставить вот этот радиатор, да, с вертухами, чтобы вы могли потом чик и сделать вот так. Но в итоге сейчас, когда соберем, будет красиво. Будет красиво, никто никому не будет мешать. Это вот такие особенности, нюансы, теневуха такая, которую мало кто из сборщиков вам покажет. Скорее всего, вы когда смотрите сборки, вы видите только красивые моменты, как кто-то оперативку куда-то поставил. И что получилось там в итоге, да, то есть это я ставлю процессор в сокет, ну нифига себе, ну ты дал, вот это ты молодец. Это я прикручиваю там вертушку в корпус, вау, вертушку в корпус, ну ты красавчик, да. Ну и вот вы понимаете, а потом итоговое, музычку какую-нибудь включили и давай крутить со всех сторон компьютер собранный, чтобы он светился еще весь. Тыц-тыц-тыц, думаешь, ну вот это красота, вау, вот это молодец. А теневуха, вот она где, чернуха вся. Это еще, я говорю, корпус большой. То есть по ошибке возьмете какой-нибудь корпус поменьше, ребята, вообще будет просто нехорошо. Так, ну все, радиатор готов. Пёсель, я полагаю, тоже готов к прогулке. Сейчас давайте до паузы, да, посмотрим, что у нас получилось. Еще раз, радиатор свободен. Радиатор свободен, как вы видите, ему комфортно здесь. То есть он хорошо лежит на этом, но его не прижимает вертушка. Материнки тоже нормально, то есть она на своих там 6 винтах держится. Теплотрубки окей. Давайте, знаете, еще последнюю вертушку поставлю, чисто для эстетики, и все. Память можно установить тоже. А когда придет дело разбираться с проводами, пойду. Да, малыш? Вроде не торопится. Он обычно сильно, когда сильно хочет, прям просится, просится. Первый модуль памяти есть. Поддерживаю здесь, чтобы не выгибался сильно текстолит. Второй модуль памяти есть. Готово. Готово. И сейчас заднюю вертушку. Задняя вертушка у нас идет и так, и молекс, и шмолекс. В общем, куча всего. Я думаю, что молекс нам не понадобится никогда. Я его перекушу здесь нафиг, чтобы он тоже в корпусе не мешался и эстетику не портил. И есть такой у меня лайфхак. Не очень люблю слово, но оно тут подходит хорошо. Чтобы провод не болтался, берете его вот так хомутком. И притягиваете. Только не с той стороны, где будет саморез входить. А просто вот здесь сбоку. Блин, смотрите, промахнулся. Вот оно, все уже. Устал. Устал. Был длинный день. Рендерил ролик. God of War играл. Черт побери, тоже ведь деятельность, да? Ну и много-много было менеджерской работы, которая, я вам, ребят, скажу, отнимает сил гораздо больше, чем сборка. Хотите верьте, хотите не верьте. Шасси фан 1, шасси фан 2, ну я в любой воткну, пусть это будет шасси фан 1. Это у нас единственный не ПВМный вентилятор будет вообще во всей сборке. Провода отправляю туда. Вот чувствую, что трубки, они хотят лечь на... Хотят прям, знаете, прилечь на лопасти задней вертушки,
но не будут этого делать. Прям вот ощущаю. Пришлось воспользоваться грязным приемом. Как отнести саморез из точки А в точку Б? По-другому никак в тот момент был не сделать. Третий и четвертый. Все, по сути, ребята, компьютер почти готов. Вот без шуток. Почти готов. Чуть-чуть мне не очень нравится вот здесь. USB-шка. Чуть-чуть ниже, чем должна, но тем не менее в нее все войдет. Видите, что происходит? То есть вот лопасти вертушек, а вот наша трубка. То есть чуть-чуть туда. И будет вот это вот. Понимаете, да? То есть, поэтому надо будет их вот здесь. Да, я понимаю, это не очень эстетично, все дела. Но если я вот здесь их зацеплю хомутом, просто вот одним вот здесь, или даже где-нибудь вот тут просто, вот так вот, хоп, хомуточком вот так прижму, то уже будет все. Сила натяжения не даст им вернуться вот сюда назад. То есть, это как вариант. Потому что здесь будет стекло, оно чуть-чуть трубки эти прижмет, и они такие скажут, оп, и поэтому их, да, надо будет где-то вот тут хомутом фигачить. Тогда все будет здорово. Но, как вы видели, это единственный был момент, единственный нюанс, да? Единственное место, единственное положение, возможное для радиатора. Если бы меня мистер меценат не просил повесить это дело наверх, я бы, разумеется, просто зафигачил бы это вперед. Оно бы было вот здесь, вот как вот эти 240-ки, только чуть-чуть ниже. Все бы это дело нагнетало. 240-ки выталкивали бы наверх воздух. Никаких бы вообще вот здесь проблем бы в этом углу не было. Но заказчик попросил, получите, распишитесь. Хоть даже я и считаю, что это не совсем корректно. Последнее, что я хочу проверить перед паузой. Все провода осталось проложить. В принципе, видяху поставить, комп готов. Я хочу проверить, могу ли я воткнуть видеокарту во второй слот. Будет ли он работать? Слушайте, да, PCI-Express X16.1, PCI-Express X16.2. То есть, если я поставлю одну видеокарту, этот слот будет работать в X16. Поэтому трубки я могу положить максимально вниз, просто вот так повесить, вот так поставить карту. Тогда трубки не будут попадать в лопасти, мне не придется колхозить хомуты. И на видеокарту будет попадать теплый воздух, еще и SSD-шник не будет так нагреваться. Спасибо Asus'у. Гиги не любит делать два 16-портовых. Еще раз все-таки я перепроверю, на всякий случай, чтобы точно быть уверенным. PCI-Express X16.2. То есть он будет работать со скоростью X16. И это великолепно. Я очень этим доволен. Тогда действительно смотрите вот так, когда они, да, сильно вниз опущены, у нас ничего не попадает в лопасти. Ничего. Можно реально хомуты не фигачить. Как-то даже если вот так вот сделаю, все, оно не идет туда. Потому что будь бы здесь карта, вы понимаете, здесь был бы бэкплейт, то есть хомуты бы, теплотрубки бы, они сразу. А так мы сделаем вот так. Просто вот так. И будет вообще здорово. Все, отлично. Практически все решено, осталось протянуть провода. Я пойду выгуляю пса, и я не знаю, может быть, я продолжу сегодня, а может быть, уже завтра вечером я до конца доделаю этот комп, потому что что-то, ребята, я подустал, и даже голос уже хриповатый. Что-то я как будто у меня энтузиазм закончился. Поэтому, ну для вас все равно какая разница, вы же смотрите отрендеренный ролик, поэтому не заморачивайтесь. Пауза. Ребят, я все-таки решил закончить сегодня, потому что не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра. Правильно. Итак, на чем мы остановились? Я прогулялся, продышал, стало повеселее, прикольнее. И на чем мы остановились? Остановились мы на том, что узнали, что второй слот видеокарты у нас поддерживает X16. Соответственно, сюда карту можно ставить смело. А значит, все, что нам осталось, это мое любимое занятие, это кабель-менеджмент. Вообще, конечно, по-хорошему, мне бы вас не кошмарить этим всем делом, и просто вот все вот это вот бы взять, да вырезать, как я это буду
прокидывать, потому что, конечно, работа это тоже, знаете, такая неблагодарная и достаточно унылая. Но у нас тут есть пара нюансов. Мы помним, что передние провода обязательно нужно дополнительно сзади закрепить, потому что мы их... Ну, если кто-нибудь дернет, в общем, переднюю крышку, то им просто не за что держаться. Поэтому мне придется сделать какой-то такой финт, знаете, типа небольшого закругления вот здесь, а потом где-то вот здесь вот хомутком зафигать, чтобы человек, когда дернет, тут хомут бы их поддержал, потому что иначе можно их тупо вырвать. Следующее что? Мне нужно весь хлам вот этот проводов от Кракена тоже будет сложить отдельно. Ну и посмотреть, какие вообще провода нам нужны для видеокарты и для жесткого диска. Вот когда вот так вот раскидал, уже лучше смотрится. У меня тут есть нейлоновые стяжки. В меш, опять же, не кладут комплектные, в 50-й кладут, в меш нет. Вообще странно. В 55-е вообще не кладут стяжки. 50-й матрикс кладут, хоть он и дешевле. Еще раз я говорю, я не понимаю. 50-му бы матриксу продуваемость чуть-чуть получше, и никто бы этот меш вообще не покупал. В принципе, в полтиннике, кстати, тоже нормально все продувается, я вам скажу. Но, естественно, да, когда морда сетчатая, продув лучше. Это очевидно. Но вообще, по сборке 50-й матрикс у меня лично заслуживает... Но я единственное, Пантелеича снижаю за отсутствие на жестком диске резиновых заглушек. Была бы там резиновая вот эта вот мягкая штучка, он бы был идеальный. Это был бы корпус 10 Пантелеича из 10, а так у него Пантелеича 9. Потому что нельзя получить высший балл, зажав, извини меня, 4 маленькие резиновые просто шайбочки, да? Поэтому здесь он чуть-чуть теряет в любом случае. А с другой стороны, я думаю, и Пантелеичи ему мои нафиг не нужны. Но это пока. Это пока. Значит, что нам понадобится точно? Нам понадобится точно один от видеокарты кабель. Пока не знаю куда, брошу его там, разберемся. Один кабель основное питание нам понадобится тоже. Причем вот он так перекручен, всегда идет с завода практически на всех блоках, что хочется его прям, знаете, как-то вот выровнять. Я знаю, что он будет вот так вот сгибаться, и еще пойдет вот сюда. То есть я его, наверное, вот так как-то буду прокидывать, или вот так. Наверное, даже вот так, чтобы оставить второй карман свободным. Или вообще, в принципе, могу даже и вот так. Там более точно потом зафиксирую. И мне понадобится еще один кабель для вот этого жесткого диска, с которым я тоже, в принципе, примерно знаю, как поступить. Я обычно прячу его полностью вот сюда, вот в этот карман. Потому что на случай чего его сразу оттуда можно достать. А во-вторых, он, ну, как бы не сильно нам мешает, да? Его там и не видно, он там заглушен в своей какой-то территории живет, тусуется. Хопа! И получается, он не в натяг, ничего. Вот, то есть тут главное просто правильно, не знаю, как это объяснить, это приходит с опытом, но правильно поймать положение просто проводов, и вот оно все здесь, оно тут, ребята, навсегда. Не денется, ну просто никуда, от слова никуда. Что бы я только хотел, чтобы, правда, этот провод сильно не травмировать, да, вот эти вот два. Вот эти два провода нам больше не нужны, а хотя стоп. Типичная ошибка человека, который редко ставит водянку. Нам нужно питание Кракена, потому что он не питается с материнки. У него питание идет от SATA. Питание Кракена будет протянуто вот так, поэтому я сейчас что делаю? Я сейчас складываю вот этот провод отдельно, да? Еще один моток. Вот этот хвостик, наверное, вытяну для Кракена. Сейчас я подумаю, как лучше сделать. Кто-то сказал врунь-врунь, и надо проверить, кто.
так вот я сделаю. Вот это будет четко. Беру свою нейлоновую стяжечку. Этот провод у нас никуда не денется. Тут есть карман. То есть, когда я закрою крышкой, здесь у меня останется еще куча места. Поэтому я его спокойно закрываю, бокорезик. И примерно вот так все дело запитываю. Чуть-чуть более аккуратно я это все потом здесь проведу, да, также вот к этому, наверное, притяну просто кабель вот здесь, так, хоп, пристегну, и будет нормально. Ну, а пока это будет вот так. Ориентировочно примерно так. Отлично, еще остался один лишний кабель на видеокарту. Он тоже нам пока что не нужен. Я вот в это просто пространство сейчас уберу. Тоже, естественно, предварительно зафигачу каким-нибудь хомутком помощней. Да пожирнее, типа вот такого. Причем его бы... Нет, слишком плотные провода. Еще бы в раз сложил, были бы провода помягче, чтобы проще он там зафиксировался. Но боюсь, что перегну. Поэтому вот так. И сюда. Даже такая банальная вещь, прокладка ненужных проводов, ребята, очень важна, потому что, не дай бог, что-нибудь пойдет не так, и будет вообще не круто. Из этого мотка нам нужен только USB 2.0. Я его могу протянуть, по-моему, аж вот... Нет, лучше я его протяну вот сюда. Точно так же вместе вот с этим проводом потом закреплю. Ну и, как я и говорил, да, давайте я сначала посмотрю, что я сделаю с этим. Еще один USB 2.0 у нас пойдет вот сюда. Аудиопанель у нас пойдет сюда. А 3.0 USB я не помню, но, по-моему, он тоже снизу вставляется. Сейчас мы прокину его снизу, потому что если мне память не изменяет, он идет снизу. А если изменяет, то сбоку, но в любом случае разберемся. Я сейчас пока просто закидываю все провода. Вы сейчас скажете, Пантелеич, ты же говорил, что ты хочешь их зафиксировать. Зафиксирую. Хочу сначала все подключить. После того, как подключу, уже будем более плотно смотреть. Да, USB 3.0 оказался здесь. Так, беру аудио. Есть раз. О, знаете, что меня реально сейчас напрягает? То, что здесь 2 3.0 USB, но всего 1 2.0, а мне нужна помпа и передний 2.0 USB-шник. Поэтому я сейчас пошел за переходничком, у меня был переходник с 3.0 на 2.0 где-то. Хорошо, ребята, что я в свое время затарил вот таких переходников в Китае на такие случаи. Сейчас я вам покажу, о чем я говорю. Это переходник... Блин, извини, что-то прям после прогулки, может, вдохнул холодного воздуха, немного горло засвербило, а может, китайскую посылку забрал. Ладно, не буду шутить над этим. Стандартный переходник с внутреннего 3.0 на 2.0, видите, какая полезная вещь. То есть, что я сейчас делаю? Вот этот 3.0 я уберу, а... Тот 2.0, который идет от помпы, подключу просто через переходник. Переходник проверял, работает корректно. Не знаю, что там по распайке натворили, но китайцы, собственно, знают, что делают. Наверное, хочется в это верить. И вот теперь что мы делаем? Смотрите, мы берем и нашу помпу просто вот таким вот образом. Правильно же я подключаю? Нет, неправильно, вот так я должен подключить. Да, вот теперь правильно. Слушайте, а я сейчас смотрю, что помпа, кстати, смотрите, в чем прикол. Чем дальше в лес, тем больше дров. Помпа подключается всего 4 пинами, а у нас 4 пина-то там есть. Сейчас я вам все покажу, вообще, что я имею в виду, что я делаю, что я сейчас вообще вытворяю и так далее. Сейчас все объясню. Не оставлю это просто так. Смотрите. Есть 4 пина USB-шных и полноценный USB-шник. То есть, раз у нас помпа 4-пиновая, я просто ее сейчас возьму и подключу вот сюда. Хоп. Все, и теперь помпа у меня четко подключена.
Понимаете, да, о чем речь? Теперь я беру 2.0 на USB передний и подключаю его сюда. Тоже подключено. Теперь я беру 3.0 на USB передний. И тоже, ребята, его подключаю. То есть, в принципе, так получилось. Это случайность, кстати. То есть, я когда брал материнку, я этот момент не учел. Я настолько привык, что хватает у всех USB-шек, что не учел. В любом случае, меня бы выручил переходник, но мне даже не пришлось им воспользоваться в этот раз. Поэтому на один переходник у меня останется больше. Теперь я подключаю переднюю панель. Готово. И вытягиваю эти провода здесь максимально, прям как смогу. Так, видяха будет у нас ниже, поэтому видяшный провод я пока, знаете, что в свободное плавание брошу. Потом с ним чуть позже разберусь. Ну и надо запитать основное питание. Основное питание. Да блин, вот специально же, да, так выложил. Разложил все провода, все дела, потом они берут, путаются. Основное питание. Вот на таких неполноформатных ATX-ах очень осторожным надо быть. Обязательно поддерживайте текстолит снизу. Потому что иначе материнка может очень сильно выгнуться и можно что-нибудь повредить. Потому что основное питание, как правило, требует прям, ну, больших усилий для того, чтобы его установить. Особенно, когда провода вот такие тугие, как у этого BeQuiet'а. То есть есть такие, знаете, щадящие БПшники, где провод не такой злой, а есть вот как эти. Особенно если вы, как я, его изначально не подключили, то он вообще очень туго будет входить. Так, ну и что получилось, что все у нас под проводом, а этот над проводом. Ну, круто. Нарушим немножко баланс. Нет, так дело не пойдет. Надо его тоже протянуть, как всех. Чтобы когда человек. Если человек дернет переднюю морду, что когда человек дернет за морду корпуса, чтобы он не вырвал ничего. Так. Все, готово. Видим, да, то есть в видимой области практически проводов нет. Весь трэш остается сзади, весь кошмар остается сзади. И еще один нюанс, который я хочу подключить. Во-первых, я хотел немного погнать память, посмотреть, что получится. Во-вторых, когда я отправляю в другие города, на всякий случай я ставлю спикер. Чтобы это тот, который делает пик короткий при включении компьютера, если все хорошо, и делает пи-пи-пи-пи-пи, если что-нибудь нехорошо. Ну, то есть там сигнал-то зависит от того, что конкретно нехорошо. Там длинный три коротких, например, или три коротких, три длинных, три коротких. Всегда есть таблица расшифровок этих сигналов, и можно понять, что случилось. Потому что когда находишься в другом городе и нужно как-то продиагностировать компьютер, ребят, без спикера это, ну, никак, нет, это практически невозможно. Вот смотрите, о чем я говорил. Я делаю вот такую, видите, загибаю провода, вытягиваю их сюда. У меня все подключено, USB-шник, здесь запитана помпа, да, у меня все-все-все провода подключены. Но моя задача как-то их более или менее здесь разложить. Соответственно, если человек дернет морду, то вот эта вот загнутая фигня, которую, во-первых, не видно вообще, не будет с той стороны нигде. Во-вторых, она будет здесь достаточно эстетично смотреться. Как-то вот так, наверное, я бы сделал все-таки. Вот.
Я ее сейчас вот здесь буду фиксировать хомутами, а потом просто по вот этим вот засечкам более аккуратно прокладывать. Зачем мне это? Черт его знает. По-хорошему можно было бы оставить и так. Но чувство недоделанности, что ли, у меня, когда я вот так вот... Если бы, точнее, я вот так бросил, я в принципе уже никогда так не бросаю провода. Что мы можем сделать еще? Мы можем вот здесь его зацепить, потому что это абсолютно тоже никому не нужная засечка, которая никак не будет использоваться. Тем самым просто подфиксировав еще кипу проводов. Но уже не так сильно, чтобы если дернут прямо от души, чтобы вот этот хомут не держал провода. То есть понимаете, да, что я просто хочу их, ну, типа, проложить. Вот этот хомут держит сильно. Его задача в случае чего? Как бы принять удар на себя, да, силовой. Ну и проводим его вот так по всем канальчикам. Потом аналогично рядышком я буду прокладывать основное питание и вот эти вот два провода верхние от помпы. И мы получим с вами приличный более или менее такой кабель-менеджмент во внутренней задней стенкой корпуса. То есть, либо я его кину сейчас вот так параллельно, да, на те же самые просто брошу вот так вот длинную часть большую, просто уберу куда-то вот сюда, чтобы она не мешалась, главное, вот этому сатахе. Вот, примерно вот так это будет выглядеть. Допустим, возьмем жирный такой сочный, мощный хомут и им снизу еще один такой же вот здесь. Еще один аналогичный хомут вот здесь. Во. И весь наш трэш, да, который был просто ужасный на самом деле изначально, он стал сейчас похож уже на некий кабель-менеджмент. Причем все провода себя чувствуют комфортно. Это еще, конечно, не все, но подавляющее большинство проводов мы с вами уже убрали просто в один такой длинный хвост, видите, хомутной. Хомуток прям даже застрял, бедный. Опа. Что осталось? Здесь куча запаса, если человек дернет, да. Опять же, все это дело держится здесь хомутами, все провода. То есть все максимально безопасно. Теперь по-хорошему надо бы нам запитать два передних. Точнее, два передних, нижний и средний. Можно запитать от шасси фана какого-нибудь, которого здесь не предусмотрено вообще. Большое Asus за это спасибо тебе. А получается следующий шасси фан или CPU фан, вот как вариант мы можем здесь использовать. Но я уже не уверен, что я сюда протяну. Вот сюда я хотя бы смогу провод протянуть. Да, шасси фан 3 они зажали. Причем зажали прям так от души, чтобы я вообще его найти не мог. Значит, соответственно, что мы будем делать? Мы будем делать такую вот цепочку с вами. И все это дело сейчас через какой-нибудь переходник будем подключать. Либо можно сделать еще вообще ход конем. Смотрите, у нас есть помпа, которая может контролировать 4 вертушки. Вот сейчас мы всех и обыграем. Мы сейчас просто сделаем зависимость так, чтобы всеми вентиляторами управляла программа NZXT-CAM. В зависимости от нагрева процессора она будет давать равную мощь на все вертухи. Просто те, у которых больше ампер, будут крутиться не так сильно, а те, у которых меньше, будут крутиться чуть сильнее. Нет, вы знаете, нет. Я сейчас подумал, что все-таки нет. Пусть помпа управляет вертушками на радиаторе. Это будет правильнее и корректнее. Пусть помпа управляет вертушками на радиаторе.
А эти три вертушки я сейчас подключу через какой-нибудь удлинитель или переходничок. Что-нибудь сейчас придумаю, что-нибудь найду. Потому что разные вертухи, чтобы управлялись одним устройством, когда они разные реально по вольтажу, по шумовыделению, по оборотам и так далее, это не совсем корректно. То есть это было бы легко, но не совсем корректно. Поэтому все-таки нет. Все-таки нет. Провода, чтобы они не мешались, я их просто сейчас вот сюда вот так тоже прифигачу хомутком. И они тут будут спокойно себе лежать. Места в корпусе полно. Ну, то есть вот уже более или менее эстетически это симпатично выглядит. Это все можно в цепочку, поэтому все, что мне нужно, это на самом деле какой-нибудь удлинитель типа вот такого. Сейчас я попробую его, может быть, прокинуть. Вообще, в идеале его бы в CPU фан, конечно, воткнуть, но я боюсь, что у меня не пролезет туда ничего уже. Но с другой стороны, вот я прям нащупываю, что я вроде попадаю. Потому что материнки-то пофигу, да? Я и скажу просто зависимость от процессора. Или от видеокарты можно дать зависимость на CPU фан. То есть, чем горячее видяха, тем больше крутятся передние вертушки. Но я люблю ставить зависимость от проца, потому что, как правило, когда вы нагружаете что-либо, вы нагружаете в том числе и проц. Как правило, в большинстве подавляющих случаев. А учитывая, какой классный воздухопоток дают Арктики, вот смотрите, я все комкаю здесь, да, оставляю в этом месте, потому что я уверен, что все будет норм. Вот он этот коннектор, который мы отдаем. А учитывая, что у нас цепочечная система тут идет, мы просто берем тык-тык-тык и делаем такой линк. Хопа, хопа, хопа. Опа, опа, опа. И сейчас, чтобы когда, опять же, я их не хочу и не буду пристегивать к этому мотку, хоть он зафиксирован, потому что он у нас зависит от передней двери, от морды корпуса. Я просто сейчас его, чтобы он не болтался, вот как карандаш в стакане. Сейчас его вот так вот зафиксирую. И, наверное, вот так чуть-чуть просто проводочками прижму и все. Ну что ж, задняя стенка, заднее пространство у нас более-менее уложено. Нам теперь что осталось сделать? В любом случае надо сделать фотографию. В любом случае, девчонка у меня поехала домой. Будет через 20 минут, мы как раз с вами закончим. Оп! Готово. Готово. Что нам нужно? Саташный хвост нам нужно подключить от харда. И нужно поставить видеокарту и кинуть на нее питание. Я думаю, мы как раз с вами и управимся. Ого, а все саташники внизу, да? Обалдеть. Ну ладно, это значит, что мы будем делать вот так. Я не знаю почему, но всегда делаю вот такую скрутку на SATA. Слушайте, мне кажется, я очень долго его собираю. Во сколько мы начали? В 10 с копейками, а сейчас час уже. Да, по-моему, блин, я начал в 10:20, сейчас час 20. Ну хотя, почему долго-то? Обычно 3 часа плюс перерыв у меня был минут в 20. Так что нет, стандартная сборка, 2 с лишним часа. Ну точнее, стандартная видеосборка. Без видео-то я собираю ком куда быстрее. Так, будем надеяться, что это не тот самый SATA, который отключается, когда я ставлю NVMe-шный SSD-шник. Очень буду надеяться, но в случае чего туда пролезть легко. И получается, что вот таким образом у нас ложится саташничек. Ну, то не кашляю, чихаю, хриплю, поход приболел. Ну, ладненько. Ну, смотрите, в принципе, я считаю, что смотрится более или менее, да? Теперь бульк-бульк слышали? Я слышал, как булькает в помпе водичка. Или что там, жидкость какая-то. Теперь давайте поставим видяху.
Логично и правильно будет поставить ее вниз в данном случае. Я уже рассказывал, почему. Это у нас тоже 16-скоростной порт, 16 линий. Поэтому спокойно я беру раз, выламываю. И выламываю два. Какие прям капризные эти. Беру видяху. Уже осела какая-то пылюка, хотя увлажнитель работает. Все дела. Просто бесконечное множество пыли зимой в жилой квартире. Так, я теперь начинаю бояться, что она 2,5-слотовая и может помешать вот этот 3.0 USB-шник крутиться в вертушке. О чем я не подумал сразу, кстати, ребята. Но я 3.0 могу перекинуть сюда, а остальные вроде мешать не должны. Но сейчас давайте проверим. О, как хрустнул тут прям, как будто что-то выломал. Нет, не мешает. У него расстояние где-то 3-4 миллиметра, но оно есть. А учитывая, какой твердый провод у USB 3.0, я уверен, что все будет хорошо. Поэтому я фиксирую винтами. О, обалдеть, это первая 2060 Super, на которой я вижу DVI выход. Вот это офигеть можно. Я буду пользоваться HDMI, поэтому HDMI я здесь закрою. И на всякий случай закрою вот этот DisplayPort, чтобы человек не пробовал туда вставить монитор, потому что многие мои заказчики почему-то пытаются туда вставить монитор. Именно в материнку они в видеокарту и делают это периодически. Какие-то заболевшие, смотрите, у нас винты здесь. Как будто не новые, хотя все новое, очень странно. Так, ну все, готово. Видяха стоит. Еще раз я кручу. Кручу, это я прям кручу его пальцем и вижу, что он крутится. И понимаю, что 3.0 USB-шник у меня туда точно не попадет. Точно так же, как и вот этот 2.0. Точно так же, как и остальные проводочки, у нас в лопасти не попадают. Ну и здорово, ну и хорошо. Соответственно, теперь я могу что? Я могу протянуть кабель питания видеокарты вот сюда. И видяхи здесь будет гораздо лучше, просто потому, что она будет получать хороший поток дополнительного холодного воздуха с передних вертушек. И не будет кошмарить своим присутствием M2-шный SSD-шник, который будет находился бы, да, между видеокартой и процом, в самом горячем месте материнской платы. А сейчас он находится не в самом горячем месте материнской платы. Потому что куча тепла будет рассеиваться сразу же наверх. Я вот лично люблю ставить карточки на шаг ниже, на слот ниже. И уважаю материнские платы, на которых это позволительно. Действительно, ребят, это так, я не шучу, потому что, ну, как правило, получается что? Так же гораздо лучше. У нас куча тепла будет задней вертушкой отводиться. Да, тут много чего на грани, вы скажете, вот там. Давайте вот так сделаем. Хопа, за текстишку сорвали. Сейчас я попробую, может, нижний вот этот питание карточки чуть-чуть как-то вот здесь подфиксирую тоже хомуточком, чтобы оно не так, не сильно, без натяжения, но чтобы оно не проваливалось в основную видимую область. Ну что ж, бульк. Ну что ж, я думаю, что мы с вами собрали комп. Это было непросто, очень даже непросто. Сейчас заглушку еще заднюю от видеокарты поставлю. Очень вовремя села батарея, ребят. Ну и, собственно, и хорошо, что она села. Я тут сделаю вставку и кину сюда тайм-код. У нас полностью собранный комп. И сейчас мы с вами будем делать первый старт. Самый первый старт компа. Итак, ставлю питание, нажимаю вкл. И момент истины.
Дуем. Короткий пик был. Это знаете, о чем говорит? О том, ребята, что у нас все круто. Это нормально для Asus, она не видит клавиатуры и на это ругается. Короткий пик, самое главное, есть, и все здорово. Поэтому что я хочу вам сказать? Сейчас повесим вот эту вот. Да, и смотрите, еще один нюанс расположения радиатора сверху. Видите, какие широкие шляпки? Если я беру вот эту магнитную сетку, она вот немножко вот так кошмарится. Чуть-чуть теряется эстетика. А по-другому не привинтить. Какими-то супер тоненькими болтами, с тоненькой шляпкой, разве что винтами. Не болтами, винтами. Чуть-чуть, видите, пузырится эта фигня. То есть, или совсем ее убирай, но вроде как думаешь, фильтры, сетка, куда ее убирать. Вот такие вот маленькие минусы. Повесили бы опять же ее вперед, я считаю, было бы лучше. Мест полно. Но это исключительно мое мнение. Это исключительно мое мнение, и решение я здесь, очевидно, не принимал. Ну что, ребят, слушайте, вот мне обычно в сборках не очень нравится. То есть я всегда выдыхаю, радуюсь, когда делаю вот этот старт и слышу короткий пик. Вот без настроек, на самом деле, слышно, как все шумит. Вот здесь прям холодно, рука мерзнет практически сразу. Но на видео это получается так, что ты долго-долго собираешь вот этот кабель-менеджмент, полтора часа, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, а потом все, ребята, стартуем, пик, готово. Комп собирается моментально, то есть ты только-только прокладывал провода, что-то там копался где-то вон там наверху, да, и тут хоп, комп собран. Но смотрите, для чего были все мои страдания, старания, потения там и кряхтения? Вот здесь видимые области, ну вот мне не очень нравится, может быть, вот это, ну вот это просто никуда не деться, помпа требует, чтобы от нее уходили вот эти проводочки. Визуально здесь практически теперь нет вообще никаких проводков, а нижнее расположение видеокарты, оно даже не дает нам видеть, что внизу еще какие-то провода есть. То есть мы реально сейчас... Вот сейчас она не крутится, но я вот все смотрю на этот USB 3.0, он пугливо близко, но он не попадает в лопасть. Я его чуть-чуть сейчас с обратной стороны еще немножко подтяну, чтобы он точно не попадал в видеокарту. Но, собственно, ребят, мне все нравится. Вот нравится прям все, или может вообще его переключить на всякий случай вот сюда, вот в это гнездо, да и не париться о нем. Да, как вы думаете? Сейчас посмотрю. В общем, если получится подтянуть, подтяну. Если получится переключить, переключу. Посмотрим. Думаю, что... Ладно, в общем, все, не буду заморачиваться. Ладно, ребята, слушайте, ну... Давайте попрощаемся, закончим и попрощаемся. В конце видео будет либо несколько постскриптумов, как я люблю, то есть я уже не сегодня точно буду заниматься там разгонами, установкой ПО и прочего. Сегодня я уже буду отдыхать. Но в конце видео обязательно я ставлю как минимум фотографии, где будет видно, с какой скоростью работает память, с какими в итоге температурами мы в стресс-тестах находимся, ну и какие-то вещи, которые я делаю, в принципе, всегда. Все это дело я проверю, все это дело я вам покажу. А если у меня будут силы, настроение, я закину маленькие короткие видосы, где буду показывать температуры, и если повезет, и если у меня хватит времени, даже как я разогнал оперативку, потому что вот эта вот вертушка сейчас офигенно дует на память. Она, правда, всего один модуль охлаждает, но охлаждает прям очень душевно. Ладно, ребят, все, спасибо, что посмотрели. Ребята, что на стриме... Что на стриме у Рокетмена, я вообще не понимаю. Если вы это все смотрели без перемотки, я вот прямо сейчас низко вам кланяюсь, знаете, прям практически в пол, сколько позволяет моя уставшая спина. Вы молодцы. Ну и блогер, которого вы смотрите, тоже большой молодец. Делать... такую интересную, необычную работу. Мне всегда очень нравилось, когда у человека была узкая специальность. Это прикольно. То есть, когда человек занимается чем-то таким, о чем-то даже не знал, а он как бы делает это, и у него огромная толпа зрителей, это офигительно. Это супер круто. Я еще раз говорю, меня бесит современный YouTube, меня бесит современная культура как таковая. Я невероятно радуюсь, когда
нахожу вот такие вот интересные штуки. То есть у меня там есть пул клиентов-шахматистов, которые просто бешено занимаются там шахматами. У них свои рейтинги, какие-то сайты, свои какие-то проги. Ну вот тут я предполагаю примерно то же самое. Motion дизайнер у меня был заказчик. Тоже для меня это было большущее открытие, это офигительно. Так что, ребят, классно, что вы это делаете. Занимайтесь этим, интересуйтесь этим и оставайтесь умными. Ребят, следующий день наступил, уже вечер следующего дня. Я решил все-таки записать продолжение, потому что вчера я работал сильно в трансе. Расскажу вам, что в итоге произошло, что я в итоге поменял и чем в итоге закончилась сборка. Вот прямо сейчас он стоит, тестируется, я вам покажу. Значит, что я сделал? Я пишу голос на телефон, поэтому держу его прямо здесь микрофоном около рта, чтобы вам было слышно комфортно и хорошо, потому что компьютер еще шумит на тестах. Значит, первое, ребят, что я сделал, я переставил карточку в верхний слот. Все-таки я объясню, почему. Я утром проснулся уже, включил, поставил винду, значит, все настроил, поставил все драйвера, программы, то есть полностью готовый компьютер. После этого начал его тестировать. Завел сначала на XMP профиле, потом немножко погнал память. В итоге память получилось разогнать до 3733/16/18/36. Я скину здесь вам скриншот теста памяти из AIDA 64. Но в тестах были ошибки, то есть память крашилась, стабильность плохая. Дальше я полез, немножечко уменьшил, тайминги не задирал. Напряжение, что 1,5 вольт, что 1,35, посмотрел, память себя одинаково ведет. Это не Samsung и Bidai, которые любят повышение напряжения, крушил, и все-таки с высоким напряжением работают не очень хорошо по моей практике. Значит, я поднял частоту, опустил точнее частоту до 3600, работает все хорошо, в режиме рабочего стола хорошо, синих экранов нету, но как только запускаешь в прайме тест кэша и памяти, вылетает синий экран. Тоже говорит о том, что разгон нестабильный. В итоге опустил до 3500, и вот сейчас тест идет уже довольно долго, параллельно AIDA 64, параллельно идет Prime 95. 16 минут тестируется пока что, 16-18-18-36 CR1, напряжение 1,35, и все чудесно. Все вообще чудесно работает, я думаю, что я сохраню этот профиль в BIOS'е, и дальше просто заказчику расскажу, да, скажу, вот, пожалуйста, есть два профиля, можно работать на XMP, можно работать с частотой 3500, там скорость чуть повыше, я вам все-все-все в процессе монтажа скину, какие были тесты у меня по памяти. А карточку я перевесил вниз, и я сейчас тоже покажу вам фотографию, она будет где-то здесь на экране появится. То есть, сами видите, вот сейчас это будут температуры висеть, пока я буду говорить. Будут висеть температуры, обратите внимание на температуру процессора, на температуру видеокарты и на температуру чипсета, что немаловажно. В том числе параллельно, как видно на скрине, у меня было запущено рандомное чтение с SSD-шника, потому что я решил его потестировать тоже заодно, добавить в этот общий тест. То есть симулировать такую очень серьезную нагрузку, когда мы считываем с SSD-шника рандомным чтением. То есть не линейно мы читаем, да, что-то, а мы считываем рандомно. А у AIDA есть такой тест. Параллельно, соответственно, у нас запущен Prime 95 на процессор, тест, как называется, тест Люмьера, по-моему, не помню точно, постоянно, блин, забываю. И вот сейчас прям пытаюсь найти, Лукас Люмьер называется тест, тест Лукас Люмьер, точно. Вот, когда у нас запущен тест Лукас Люмьер, когда у нас запущен Фурмарк, и когда у нас, соответственно, идет линейное чтение на SSD-шник. И сами видите, какие температуры, когда видеокарточка была внизу. Потом я поднял ее выше, сейчас должен появиться второй слайд, это я даже больше себе говорю для монтажа. Сейчас появится второй скриншот, где мы видим, что температуры процессора выросли, но это очевидно, потому что видеокарта поднялась выше. Теплого воздуха стало больше, и через радиатор больше гоняется теплого воздуха. Но у нас офигеть, как остыла видеокарта. И при этом у нас очень сильно остыл чипсет, что тоже немаловажно. Понятно, да, что у нас, когда видеокарта прямо на чипсете лежит, она его сильно греет. Вчера я об этом не подумал. Ну и в любом случае, да, как бы я же не просто собрал компьютер и все, это теперь тотально готово. Нет, разумеется, я всегда все тестирую, всегда все проверяю и смотрю, как можно лучше или хуже сделать.
Ну вот сегодня утром со свежей головой я сел, значит, и немножечко подкорректировал свою сборку, и мне кажется, что лучше все-таки оставить видеокарту в верхнем слоте. Помимо всего прочего, он еще и укреплен, а компьютер все-таки поедет транспортной компанией. У меня еще есть подставка под видеокарту, я подумываю, может быть, есть смысл поставить ее, но я так, знаете, пошатал карточку, попробовал усилия приложить. Очень хорошо держится в слоте, двумя винтами закреплена, то есть она прям, ух, прям как держится хорошо. Поэтому, может быть, я и не буду эту подставку ставить, посмотрим. Она еще на вертушку ляжет, там особенность карты в том, что ну некуда эту подставку. В общем, подумаем, сам себя сейчас отговариваю, да? Ну и в итоге что? В итоге, как вы видите на слайде, температуры поменялись, чипсет сильно стал холоднее, сильно холоднее стала видеокарта, но чуть-чуть теплее стал процессор, при этом, опять же, тротлинга в прайме нет, значит, не будет вообще нигде. И немножечко теплее на 3 градуса, по-моему, если мне память не изменяет, стал SSD-шник, потому что вы слайд видите, а я его не вижу, но все видите сами своими глазами. Чуть не сказал сами своими усами. Все видите сами своими глазами. И понятно, да, что вчера просто по наитию я ее повесил вниз, подумал, что так будет лучше. Но оказалось, что лучше все-таки в верхнем слоте, и мне не пришлось брать хомут и теплотрубки фиксировать хомутом, потому что они ложатся как бы не на бэкплейт видяхи, да, не на верхнюю ее часть, вот если представить, что она стоит вот так вот горизонтально, не ложатся на нее наверх, они ложатся как бы на видеокарту сверху. Но у вас я сейчас скину еще вот прямо сейчас фотографию, посмотрите, я в итоге, когда ее перевесил, сделал фотку. USB 3.0 я тоже перекинул в другое гнездо, то есть я сначала думал, что я видяху оставлю внизу, вынул видеокарту, вынул эту USB, проложил его с обратной стороны в другое гнездо, воткнул. А потом в итоге все равно переставил видеокарту наверх, то есть USB 3.0 кабель можно было и не трогать, но когда я, собственно, его перекидывал, я думал, что видяху я оставлю внизу. Теперь я уверен, что внизу и делать нечего, потому что она реально сильно ощутимо холоднее, когда она выше. Но и подытожить я хочу вот этот свой монолог тем, что я бы все-таки рекомендовал многому своему зрителю вешать радиатор на морду корпуса. Это мое, как бы правильно сказать, моя рекомендация. Лучше температурам, когда у вас радиатор висит спереди. Процессор был бы сейчас сильно холоднее, видяха была бы, ну, градуса на 3-5, я думаю, горячее. Я как-нибудь проведу эксперимент, когда-нибудь я, когда буду посвободнее, вы видите, да, у меня все в коробках. Один комп надо собрать сегодня, 2 отвезти завтра. В общем, не буду вам жаловаться, работы, ребят, полно. И времени, правда, на тест, я вам клянусь, просто нету. Вот если бы у меня был, да, какой-то заказ, который бы мог пролежать, скажем, неделю, и я бы совершенно с ним не спешил, да, и у меня был бы корпус и водянка, я бы поэкспериментировал, но пока такого заказа никак не приходит. У меня бывает периодически, когда человек говорит, слушай, я там, давай, вот тебе предоплата, там, я полетел, там, через 2 недели вернусь из отпуска или командировки и как раз компьютер заберу. Вот это класс, вот это раздолье, там хоть затестируйся, контент можно пилить на этом компе, любой какой хочешь, хоть экспериментируй с разгонами памяти, хоть что делай. Ну вот сейчас пока не попадает такого заказа, поэтому некогда снять. Но я обязательно сделаю ролик. Аналогичный ролик есть на канале про хай-тек, ребят, которых я глубоко уважаю и рекламирую от души исключительно, потому что вряд ли они вообще знают о моем существовании, чтобы рекламу у меня заказывать. Но посмотрите, можете написать про хай-тек, где, по-моему, разместить радиатор. Может быть, я во время монтажа еще. Да, давайте, знаете как, я скину в описании ссылку на ролик, где они вешают радиатор вперед. Потому что я говорю, мистер меценат меня попросил повесить наверх, но я с ним здесь категорически не согласен. Но спорить с заказчиком не буду. Как вы знаете, я больше руки. Если к моему совету человек прислушивается, я говорю, вы молодец, у вас все будет работать 500 лет. Если человек хочет делать по-своему, я с ним тоже спорить не буду. Пожалуйста, вот мои руки, вы за них заплатили, они сделали то, что вам нужно. Все, ребята, я больше не буду записывать в этот ролик ничего, как и обещал, сейчас покажу вам, на 3500 работает очень хорошо. Очень хорошо, скину вам ролик и здесь где-нибудь повешу, да, слайд, где будет скорость чтения записи на 3500. Лучше всего самые высокие скорости, конечно, на 3733, но я думаю, что можно добиться даже стабильности на 3733, чтобы проходили тесты, но, возможно, придется задирать тайминги и, возможно, придется сильно повышать напряжение на систем-агент. А я очень большой не любитель повышать сильно напряжение. Я не считаю, что 1-2% добавления производительности, да, к общей производительности системы я имею в виду,
стоит того, чтобы завышать напряжение серьезно и, опять же, работать, заставлять железо работать в более стрессовых температурах. Поэтому для меня важна стабильность. Все, ребята, прощаюсь с вами точно уже окончательно. Оставайтесь умными. Попрощался такой, да, а сам говорю, сейчас я засниму, попрощался и ушел. Кстати, вот так выглядит проект, когда он совершенно не готов в стадии только разработки. Там работы пипец, ребят. Вот он тест. Тест идет Prime 95 и идет параллельно AIDA 64. Как вы видите, стресс кэш и стресс систем memory. И вот это показатели по памяти. То есть сейчас, когда процессор не нагружен, он вообще ледяной, просто 55 градусов, я считаю, это лед. Плата ледяная, чипсет ледяной. Ледяное просто все. Ну потому что ничего особо не работает. Карта 30 градусов при этом. SSD-шник 35. И вот память сейчас жестко насилуется. 16, 18, 18, 36. Частота 3,5. 25 минут прошло. Я этот тест, думаю, оставлю часов на 5. Я сейчас буду собирать второй комп. А это дело пусть тестируется. Все, закончил.